Спасибо большое, Иван. Всем привет, дорогие друзья. Мы действительно будем смотреть Liquid против Complexity. Матч очень важный, матч очень ответственный, потому что в нижней части сетки команде ошибаться нельзя, ибо вылетит из турнира. Ну, насчет Complexity, я смотрел, как ребята выбирали последнего героя. Они стали все вместе. Долго думали, кого взять. Постояли, пикнули после этого. За компьютерами спокойно понимаю, что все схвачено. То есть Кол, опять же, такая команда, знаете, как будто это обычные работяги. Не более того, а Liquid уже команда профессиональная. Вот поэтому мне Колы нравится. Я думаю, что одну карту отжать они смогут, а вот насчет двух сомневаюсь. Посмотрим, я думаю, можно влетать в игру. Поглядим. Действительно, давайте смотреть, кто будет исполнять. Так, первая карта, поехали. Показывает крутым планом у нас Свиннелза, Лимпа. Ну, пройдутся, думаю, потихоньку по всем игрокам. Ну, действительно, конечно, очень-очень ответственный матч. Сейчас нужно максимальную подготовку показать, и больше уже, что называется, полить стратегии не получится. Сейчас очень важно. Причем очень важно, опять же, здесь не только конкретно для этого турнира, а важно непосредственно на будущее. Мы знаем, что Valve очень лояльны к тем командам, которые занимают топ-8 на турнирах своих. И это впоследствии может повлиять на раздачу инвайта. Поэтому побеждать здесь, конечно, нужно. Да, учитывая, что, по сути, раздача инвайта должна быть уже буквально через неделю после окончания мейджора. То есть уже все. Турниров больше не будет. Будет, как я понимаю, только ESL Frankfurt, но это уже StarLadder Summit еще важно. Но это уже все будет после выдачи инвайта, потому что квалификация через неделю после окончания мажора. Да, именно так, поэтому здесь действительно нужна победа. Ну что ж, давайте посмотрим, кто на ком исполняет. Начнем с ликвидов. Фата сыграет все-таки на медовом лишаке. В оффлейне будет стоять Mind Control на Тайдхантере. Увидим с вами Керри, Лайфстиллера от Потом Мэна, конечно же. И вот там два суппорта, это лишак и десаптор, соответственно, для Джиракса и для Куроки. Лимп на Death Prophet. Чейз, я так понимаю, на Джаггернауте, Свиндлесс на Думе. Вот остальные, понять бы, кто на ком. Ну ладно, узнаем. Не суть важно. Я, опять же, ставлю на 2-1 и думаю, что Колы могут отжать. Вспоминая шанхайский мейджор, Вилат это говорил, и говорил об этом много, что ребята тоже вылетели в лозера, при этом в групповой стадии они всем проиграли. Абсолютно. То же самое, что произошло и в Маниле. Но потом собрались, и так понемножку, по чуть-чуть, все команды как-то относились к комплексе как к аутсайдерам. В принципе, как и наши аналитики, мы видели, что цифры в плане там мид, кэрри, стратегии какие-то слишком маленькие. Я думаю, что Колы могут. Поэтому недооценить их не стоит. И опять же, с нами команда Liquid, которая любит частенько закинуть под мид, под леги, им просто пойти там под фонтан, либо сделать дайбеки. Так что Колы как минимум одну карту отожмут. А если выиграют две карты, я не удивлюсь. Могут, действительно могут. И демонстрировали это. Конечно, в шанхайском мейджоре было два раунда Best of One. Но, тем не менее, Best of Three там одни тоже оно выиграли. По-моему, против Polite, если не ошибаюсь. Вот, у нас по линиям получается. Свиндлз отправили на легкую стать против Mind Control. Бисмастер против Тайдхантера. Ну, в целом, довольно такая равносильная линия должна получиться. С одной стороны, там кабанчики им будут Тайдхантер гонять. С другой стороны, Тайдхантер с помощью Экосмэша фармит. В общем, все должно быть окей. Вот в миде довольно интересно. Взяли суппорта несвойственного ликвидом, взяли они лича, и этот лич сейчас будет обкрадывать лимпа. Ладно, имеет возможность, даже подстанет, но не попадает немного. Ну, так вот, тут напить не получилось. Однако, конечно, хп очень много лимп потерял, и нужно будет вязать хил. Ну, разумеется, скорее всего, это будет лишь рак через диаболики, это не тот лишь рак, который мы видели там полгода назад, или уже даже год назад, через молнии. Именно лишь рак, который будет в файте, два диаболики, при этом еще и пушить. В общем, пока на миде у Death Prophet при этом все неплохо, против дабл стоит, но и деньги, и опыт вроде как получает. Да, все верно. На топе, наверное, будет самая интересная линия, потому что здесь поставили двух опасных героев комплексити. Это, конечно же, Джиггернаут при поддержке суппорта. Ну а там должна быть, по идее, трипла. Но трипла как таковой не будет, потому что, опять же, лич занят в миду. Соответственно, там лайфстиллер при поддержке Дестаптора. Все игры, которые сегодня комментировал, Тайдхантер фармит, и фармит много. Тайдхантера не могут пробить, и здесь это не исключение, у него 10 крипов уже имеется. На линии 1-1 Тайдхантер спокойно фармит, и Бейсмастер ему никак не может мешать. Я думаю, что сам экшен будет веселый на верхней линии, на центре все же Фата. Либо если убьет, то с огромным трудом. Все-таки Сипо. Ну и вот он выход на топ, на Джеракса, Shadow Wave, ставит Кенса Хилл, и, конечно, Джеракса это не спасет. И First Blood для команды комплекции. Все очень просто, и тут, конечно, поставился саппорт команды Liquid. Да, Ситрик, причем, выбрал довольно интересную стратегию, то есть он отправился в леса чужие, именно там он воровал крипов, именно там он их подъедал, поставили, видимо, бордец. И вот по случаю, если выдалась такая возможность, сразу перемещается на топ, ну и помогает своей табле экспериментальной сделать келл. Так и получилось. Ну, в целом неплохо, конечно, они сейчас компенсируют немного вот эту вот зажатость Death Prophet, потому что она стоит против таблы, ей неприятно, у нее 8-2 крипстат, во время как 12-4 имеет фата. Вот, но если на топе будет активность хорошая, если там будут делаться фраги, то в целом Death Prophet будет довольна своим коллективом. Да, пока именно вот фармёшечка идет по всем линиям, никаких выходов мы не увидим, скорее всего. Отправляйтесь попросту дом на базу.
Вот. Посмотрите на крипстаты. Крипстаты хорошие, у Team Liquid. Tidehunter вообще топ-1, 20 крипов взял против Beastmaster. Все у меня замечательно. Да, Mind Control хорош. Ну, опять же, тут не надо быть каким-то очень крутым игроком. Тут, в принципе, стандартный игрок, который кто-то умеет играть, против Beastmaster нафармит достаточно крипов на такой-то простой линии. Да, конечно, вот очень важное значение будет иметь именно подбор артефактов на будущее для обеих команд, в первую очередь, потому что мы видели с вами и думов, которые не покупали Блинкзагер, не могли дать хорошую думу, видели Тайтхантеров без блинков. То есть здесь, конечно, важно, через какой айтем билд будет выходить каждый из важнейших кор героев. Ну, у кого кор, у кого стопор, соответственно. Так, заходите, прыгай. Ничего не сделает, ребята просто разойдутся миром. Думаю, еще левел 3. Ну да, заметили, что поставил варпа, просто его и убрали. Может Doom пойти перспективы какие-то просто фармить лица. Но хотя с таким вот этим билдом, это Windblaze, это Ranquilla, то есть такой вот парень на мовспид рассчитывает. И может выйти мидл, там, кстати, всего лишь один лишрак. И лишрака убивать не так уж и трудно. На топе какой-то размер получает, и Чези против Матумбы. Да, Матумба вчера был очень плох, не получалось у него играть, и герои были не те, вот это вот Урса. Тут гирокоптер, все было не в пользу Матумбы. Я думаю, что в этой игре все будет окей. Тем более видел я бэкстейши ребят. Ребята, опять же, там смеются, улыбаются. Все очень в позитивном настрое. Ну, опять же, как комплексе. Комплексе, наверное, самая позитивная команда, которую вообще можно увидеть на этом турнире. Так, выход опять от Дефрика пошел на Джеракса. Дал Infernal Blade, теперь Куроки пытается подбить. Чеси мы видим рядышком. Ластилер тоже подбивает. Шахота хоть вот Дефрика решили забрать. Open Bounce на него. Дефрика большие проблемы. Дефрика подхиливает танки и... Все-таки Зефрика убили. Ну и Ханскин тоже можно взять. Ханскин. Вот Чези просто на себе сагрил. Очень больно. Матуба до конца есть. В принципе, Блэк Фьюри. Чези его не нажимает. Вот он, Блэк Фьюри на последней секунде убивает Лассира. Уходит Джеракс на лоу хп. Нажимает Ланселф и живет. И по итогу размер получается очень сочный. Один в один. Тут у Свинлесс на нижней линии. Майнд Контрол играет просто. Со Свинлесса снулся на 20 хп. Зефрик и донается. Красавчик. Ну, Зефрик здесь, конечно, Майнд Контрол не пробьет. Просто отгонит отсюда. Да, и вновь мы видим, как Матумба Мэн слишком поверил в своего героя, пошел до конца против двух персонажей, забыл совсем про хил, забыл совсем про Блэд Фьюри, который имел сути кернаут и подставился. Хотя, в принципе, могли довольствоваться сделанным хилом на Зефрике. Да, он вроде нажал рейдж, но при этом все равно пичка прошла именно физическая, а не с Блэд Фьюри. Конечно, это и повлияло. Надо Матумбе собраться. Да, Райвиш был потрачен. Почему тут Бисмастер оказался на 20 хп? Потому что зашел Тайдхантер со своими скиллами, Райвишем и Харсмешем, и попытался убить, не получилось. Того 2-1, знаешь, после игры Фнатиков тут прям очень активная дота, потому что там 7 минут, у нас был один фраг, и такой был фраг совершенно случайно. Тут же уже какие-то выходы, уже какой-то экшен. Да, ну, в принципе, это такие команды, что комплекты, что ликвид. Они любят идти в бой. Ну, особенно, конечно, ярко смотрится сейчас Зефрик. Именно он много перемещений выдает по карте. Мы увидели его и на топе, и в центральном коридоре, и вниз он тоже подошел. Пытается отрабатывать и вставать спейс для своего коллектива. Там смог тем временем комплекте прожимали, но неудачный для Дазла, хотя, может быть, удачным для убийства Фаза. Зажали, Primal Roar, пару ударов с руки, Сифон, и это минус. Моментальный экзорцизм нажимается, Лим говорит, что надо еще и попушить. Такой вариант есть, вопрос, будут ли ликвиды сюда лететь. Есть телепорт от Лича, есть также и Джеракс, но этого мало, этого не хватит. Нажали ликвиды глиф. Больше телепортов я не вижу, соответственно, придется башню отдавать. Имеется там еще и Хелен Варс в придачу. Так что да. Айс Армор повесили, но это не спасет. Первая башня за командой Liquid Complexity на 7-й минуте. Ну, видели мы подобную стратегию как раз-таки вчера. Действительно, Complexity пушить умеют. Они знают, как это делать. Ну и сейчас они воспользовались еще и тем, что у Тайдхантера кулдаун на Ravage, поэтому Liquid, наверное, неохотно будет вступать в бой в текущие полторы минуты. Есть стаки эншентов ударов. Хочу отметить, что нетворсы очень равные. Там Джаггернаут идет самый последний, если мы говорим про кор героев, 1900. В то время как Деспрофит 2800, но разница невелика. То есть все фармят одинаково много, не считая Лича, Дазла и Дизраптора. Там у них пока яма, пока что дно. Пока денег действительно им не достается. Ну, в честь на топе, конечно, особо крипов-то и не видел. То есть задача была как-то подгнобить лайфстиллера. Вроде старался донатить, но там была небольшая схватка. Где-то не дофармил немного, вот видим, крипстат у него только 24 на 3. Ну, сейчас переместившись на легкую линию, соответственно, будет получать здесь деньги. Там на топе проблемы есть у Свинлоза, ставит финансик билд, Свинлоза очень больно, ультима через секунду появится, имеется стики нажимает, Рор будет задавать, Рор... Нет, не получилось, а просто инфест с Матумбой не оставляет шансов. Да, дополнительный нюк залетел, хорошо получилось, отличный килл.
Но Бисмастер, теперь покинув легкую линию, пришел на сложную и понял, что там действительно сложно. Там не так просто крипов забирать. И отправился таверну. Если оценивать шансы команды комплексности ближе к лайту, то мне команда нравится больше Лимб. Здесь встревают. Но я не думаю, что будет что-то серьезное, потому что все-таки есть там Сипо, в случае чего, да, Лимб отсюда спокойно идет, еще и Фату при этом продамажил. Так вот, что хотел отметить, что у Кола все-таки 4 героя на данный момент формят. У Ликвидов только 3. То есть наличие Дума против плеча. Дум, конечно, смотрится поинтереснее, как не крути. У Дума, тем более, уже и Брейсер, Левел 5, там и Рейндроп, и Транквилла, и Мидлейс, то есть артефактов больше. Да и ближе к лейту комплексе покупают один артефакт под названием Блэкин Бартер. На кор героев после этого Тайтхантер, Дизраптор и Шрак становятся, ну, практически бесполезными. Не считая Диаболиков, там проку от них не будет. Это ваш, очень много магии, а из физ урона только один лайфстиллер. Это как-то прям минус, и Ликвиды это почувствуют в будущем. Вот как раз таки разговоры велись о том, что через какое количество кор героев стоит играть в текущей мете. Многие делают ставку именно на два персонажа, там типа Минуза Террорплейт и там Чкернаут Сларк, и в целом показывают себя хорошо. Ну а здесь в качестве такого одного из кор героев будет Лишрак. Ну как ты правильно подметил, действительно сугубо магический урон, и против него можно неплохо играть с помощью пайп, с помощью покупки ПКБ, ну и в целом его не чувствует. Там снизу речь, да? Проблемы. Мэтт Контролла, пошел Ревейдж, по троим залетает, Монтенова при этом никого убить не может, и наоборот должен его добивать. Пошел Чайник. Но Чайник опять же по крипам, смотри, как туда уйдет, Чези идет до конца в погоне за лечом, надо один крит, но не хватает на спида, Чези, Чайник летает просто бесконечно, сжимает стики, живет буквально на 80 кп, надо делать ТП на базу и отсюда уходить. Ну, либо в погоню бросает, конечно, и по таверлис не будут. Неплохо Чайник пролетал, под конец бы чуть не стыкнул Чекернаут, Свиндл Меланс на развороте, Матомбомена, Праймал Ром, тут же ТП. Ну и вынуждены отбегать сейчас ребята из Ликвид. Галимсарана из-за Тазла. Ну и в принципе так и завершена. Свиндл себя спасает. Матомба вынужден просто отойти. Пока Ликвидом не получается убивать. Но опять же будут это делать не просто и в будущем, когда у соперника имеется Тазл. Да, постоянно захиливает, конечно, и герои довольно-таки такие толстые получаются, не так просто их пробить. Но в целом что у нас выходит? В целом выходит то, что кор героев у Ликвидов формят хорошо. Мы посмотрим по нетворсу и увидим, что у Фаты замечательно, все, Матомбомена, Майнд Контрол тоже в порядке. А в то время как у комплекса часть персонажей все-таки немного просела. Несмотря на то, что ты подметил, что они, ну, больше персонажей, которые формят. 4. Ну да, по что Дум имеется. Дум уже переформил, кстати, Джаггернаута, чтобы вы понимали, насколько все у Дума хорошо. А Дум это не кор-позиция, это всего лишь саппорт. Или на такой Джаггернаута плохо, да? В тот же момент. Ну, они сами поставили такую линию. То есть они могли поставить Джаггернаута на легкую, и он бы целиком полностью фармил, но решили поставить Бисмастера. У которого, кстати, также дела шли изначально не так уж и хорошо. То есть нетворс 2600 — это очень мало, это очень плохо. Но, думаю, опять же, для колов это не критично. Ну да, вообще вот они поняли, видимо, что действительно мы фармим чуть получше, потому что у нас 4 фармящих персонажа. Давайте немного подождем. Подождем, подобьем крипочков, соберем себе огромное количество артефактов, потом будем драться. Ну и вот сейчас, конечно, на такой стадии Лишак хорош, да? Почему хорош? Потому что у противника нет БКБ, у него прокачаны первая-вторая способности, значит, он может выдавать много урона. Ну этим, соответственно, нужно пользоваться. Вот и Ликвиды, на мой взгляд, должны сейчас проявлять максимум активности, то есть стараться поиграть первым номером. Ну, думаю, с появлением Меки постараются Ликвиды куда-то выйти. Потому что Мека, Райвич, будет Чайник, вот все. Но пока уходит комплексити, практически в полном составе нет только одного Джаггернаута. И рисует план будто на Рошана. Тут нет, наверное, прочекают всех хедшотов. На Рошана идти еще рановато, даже имея экзорцизм. Но Ликвиды как будто почувствовали. Также открывают смоук. И смотрим. The Brick, палит весь смоук. Команда Ликвид прекрасно понимает, что здесь кто-то находится. Свинлос. Позиция имеется ультимейт. Подходит Мэтт Контрол. The Brick. Дум не дает. Как же интересно тут все происходит. По итогу пока что бесконтактный бой. Глинсует The Brick назад. Неудачный. Глимс, а поступили-то Фату, Фату через урота убивает просто в секунды, плюс ко всему омнислэш использовали. И Фата минус, мне пока это лишь рак совсем непонятен, что он здесь должен делать. Да, герой замечательный, есть диаболики, это все круто, но мы видим, что пока что Фата не может этого героя использовать даже, наверное, наполовину того, что задумали Ликвиды. Ну да, вроде снизу пытался зайти, но без команды шел, там вот Дефлик таким щитом встал, не пустил просто Ликвидов, чтобы дали они бой. По итогу просто Лишак погиб, и сейчас пушит ротавр за тавром комплексе, потому что есть экзорцизм. Интересная да, идея, ну, тот самый вот заход за спину. Слушай, а он идет. Так давным-давно. Было дело. И опять они встречают Дефлика, опять смог спалили. Да ладно, ставится Дефлор, Ревич в одного после Дефлика. Очень многое было потрачено, но и вынуждены будут отступать сейчас в комплексе. Свиндл делает просто ТПА, сбивает чуть фростом. И Свиндл здесь тоже будет падать. Минус 2. Ну еще им повезло, учитывая, что Ликвиды потратили все свои способности. Еще повезло, что только минус 2, тут правда... Ну да, все ушли. Но я думаю, что Ликвиды должны сейчас пушить сами башни. Диаболик есть, поэтому задача простая. И колы дефить ее не будут.
Но опять же, для команды, которая является, по мнению зрителей и аналитиков, аутсайдером, я лично так не считаю. Опять же, это Complexity, они могут. Пока они держатся неплохо. Я так, думаю, по графикам там все примерно плюс-минус ровненько, учитывая на Творсы. По счету также нормально. И в целом игра смотрится так, что Кола не выглядит намного слабее по микро и макро моментам. Да, конечно, главное, чтобы у них в головах не было такой мысли, что, блин, мы вот аутсайдеры, все дела. Нет, отпросить все это. Есть, есть команда Liquid, которая тоже находится в нижней части сетки. И вы там же находитесь. Вы на равных, фактически. И нужно играть обычную свою доту. Это комплексе получается очень хорошо. А, сейчас подбадривают они сами. Они знают, что у Тайдхантера, например, нет Ravage, этим можно воспользоваться. Не, кстати, Штормом в том числе тоже кулдауне, Энчейн Фронста. Ну и вот давят Тавр. Все правильно, даже без экзорцизма здесь Тавр на топе должен будет упасть. Ну и Джиггернаут покупает себе Вангуард. В последнее время мы привыкли очень часто видеть именно такие айтем-билды на кор-героях через Вангуард, плотнее стать. Ну и плотнее, и, конечно, это игра на перспективу, потому что в будущем апнинг через этот Вангуард и Абиссаблейд, то есть там уже через минуту, я думаю, 20. Стаки есть для Тайдхантера, можно их подформить, и мать контрола бы не помешала, конечно, мека для того, чтобы использовать инфест-бомбу, потому что пока что, к сожалению, нет того героя, который может Матумбомена отвести в центр файта. Вот Блинк, он прям массер. Ну а Колы понимают, что нет Тревиджа, и они будут от этого отталкиваться всю игру, они просто могут идти и пушить. Без Ravage у Liquid шанс повоевать, но практически отсутствует. Правда, сами они получают не меньше. То есть, да, они отдают башню, но Deadhunter там фармит. Liquid получает за эти вот Ancient'ы немало опыта. Так что все более-менее. Кол играет свою игру. Когда мы видели пик Бисмастера, Death Prophet, да еще Джаггернаута с Хеллен Вардом, было понятно, что они будут идти в атаку и пушить. Да и будут, в принципе, играть агрессивно. Да, вот, вот тот самый, конечно, небольшой минус Deadhunter. Замес 5 на 5 хорош, мы в предыдущем матче это видели. Но вот большой кулдаун на ультимейте, конечно, ставит некоторые вопросы к активности его команды. То есть пока есть Ravage, вы идете в бой и вы дерете. Нет Ravage, вы фармите Ancient'ов и довольствуетесь тем, что наблюдаете, как ваш противоположный, как ваш оппонент, в общем-то, сносит вам строение. Ну и пока мы видим, что с четырьмя центрами комплексы справились, осталось два тир-2, снизу побитый и на центральном коридоре еще один имеется. Кликает, в принципе, Кура говорит, есть цель. Надо ее убивать. Ну, даже без Ravage, я думаю. Ravage тратить надо у Бисмастера, если честно, жалко будет. Если... И Свендл что-то почувствовал. Будет. Если будет ТП. Есть гаш, но Майк Контрол идет очень далеко. Они типа разводят. Делать что ТП мы дадим Ravage. Поэтому Свиндлза просто продают. Очень грамотно, что не было телепортов. Были бы телепорты, ну, понятно, что произошло бы. Пошел бы Ravage по всем этим телепортам. И ликвиды вынуждены улетать, потому что комплексы идут на тир 2 башни. Сабля появляется у лайфстиллера. Опять же, хороший артефакт. И в плане того, что ты бьешь там два раза. И во-вторых, потому что дают тебе хорошие статы. Это пока что сразу две линии. Снизу добивают читавр ликвид и будут перемещаться за дефить тир 2 по миду. Ну и комплексы, поняв это, тоже будут раздвигаться в разные стороны. Топ подсплитили, мид подсплитили. Ну и в целом, как-то особого контакта между командами мы не видели уже давным-давно. Стараются друг друга избегать, стараются довольствоваться фармом на противоположных позициях. Мы посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что ликвиды хотят дофармить все-таки блинк на Тайдхантере, и уже после этого они будут ходить в контакт, потому что имея только прокаста. У ликвидов неплохой тимфайт, пока у комплекса только имеется Блэк Фьюри уже Гераут, который дает коммунистик магии. Больше-то, по сути, ничего нет. Если там ловит Ravage, что появляется, и статик Шторм, и Лишрак начинает выкастовывать, и Лички Дайчаник, там дэмэджа хватает. Тем более, Пату уже солбустер, маны там очень много, то есть там бесконечно будут прокасты закидываться. Я думаю, что сейчас ликвиды купили блинк на Тайдхантере, и после этого надо взять смоук и куда-то идти. Возможно, и на Рошане можно попытаться повоевать. Да, или просто сделать какой-то минус, уже спокойно на Рошана зайти и забрать Аегис. А, вообще все верно, то есть в комплексе нужно набрать ту самую критическую массу. Ту массу, которая позволит им пережить начальный врыв. То есть статик и Ravage. Там потом, конечно, и хилинг вард будет, и будет экзорцизм. Там хватит апхила за счет Дазла и Грейва. Вот, но вот поначалу, пока артефактов нет, пока герои имеют там от 1000 хп и чуть больше, этого недостаточно. Соответственно, нужно немного пофармить. Так, ну у нас Зефрик находит Матумбомена, видит, что он с половиной только здоровья. Есть Дум, между прочим. Кабанчики тоже в ход пошли. Со всех сторон и окружают этого Зефрига. В сад закрывают Зефрига. И Кинетика тоже нажали Кинфрост туда же. От кабана Кинфрост отталкивается и очень быстро забирают Дума. Да, в лесу, конечно, в такое время суток лучше не гулять. И как-то решил, и правда, именно погулять Зефрик. Совсем недоброе время суток. Не подумав о том, что, возможно, соперники находятся там. Просто шел вперед, не думая ни о вардов. Ну, в общем, ошибся, ничего страшного. То есть ничего критичного, ни Рошана, ни башни не падают. Главное не поставить еще раз, потому что шанс такой исчези. Кинетик Килдзе, но ему наплевать. Вот теперь тэпал, и телепортом просто нечем, таких скиллов нет конкретно в этой ситуации.
Ну и что, ликвиды опять собираются вместе. Вперед, но чин просто нет, статика нет. Но есть ревидж. Ревидж заставляет идти вперед. Виндлза на глинте. Вот ловили немного, замедлили, и кинетик поставили, там еще и чейси взял. Что он по двоим ревдмы сюда же? Как они комбинируют эти ликвиды? Минус один. Пытается дальше. Он не слышит на разворот. Клик так же вступает бой и пришел лифт с артизмом. Северит цифонами по троим, а того уже съели. Упады проблемы. Большие проблемы также у майн-контрола. Это будет минус три кор героя. Должно быть, во всяком случае, майн-контрол пытается спрятаться. Майн-контрол не видно, делает блинкаут, а майн-контрол отсюда успевает просто уйти на речку и убегать. Но это все равно минус. Минус один размен на минус два. Но у Джаггернаута казалось отличный стан ревет. Джаггернаут имеет вангвард, кавангвард, и его так просто не пробить, как может показаться на первый взгляд. 1300 кп это немало, армора 10. Ну и главное, конечно, опять же, наличие вангварда, стиков. Ликвиды это не учли. Опять же, вот эти вот закидоны начинаются от ликвидов. Надо ликвидам собраться. Напомню, что это матч на вылет. Если ликвиды покинут, например, мажор так рано, то будет опять же вопрос, а если им инвайт не дадут на International, то давать ли инвайт на International, если команда вылетает экрана, но она сильная? Конечно, это все условность, ликвиды скорее всего выиграют, но тем не менее. Вот вылетает такая вот топовая команда, которая как бы тащила там уже черт знает сколько. А тут ликвиды пока что вот отыгрывают не лучшую свою карту, далеко не лучше. Ну там, да, будет зависеть от того, кто, в общем-то, займет здесь топ-6, топ-8 на текущем мейджоре, сравнят еще с теми показателями, что были на шанхайском мейджоре, а там Team Liquid все-таки проявили себя достойно, заняв второе место. Все, опять же, в руках Valve. Ну, тут еще нужно победить, тут еще нужно выиграть, тут еще не так просто. И действительно, ликвиды отправились в бой, не имея часть своих ультимативных способностей, за что и были наказаны. Ну и уже видно, что действительно Чейси так просто ведь не пробить, даже за счет булстана, за счет ревиджа. Да, Чейси больше ресурсов. Нафармит свой Battle Fury, уже есть персеверанс после этого. Опять же, БКБ здесь просто необходимо, даже несмотря на то, что имеется Blade Fury, первый скилл. С Блэкенбаром Чейси просто идет файт, идет вперед и ничего не боится, вообще ничего. Даже Лассир пока что не помеха. По центру идут ликвид, нет ревиджа, на самом деле решение довольно спорное, но понимать, что нет экзорцизма еще, нет дума, и тир один башню забираю, да, просто колы на это не реагируют, не хотят сейчас тут подпитить на ровном месте. Да, нет экзорцизма, нет, он не слышит, поэтому лезть в драку тоже не особо хочется. Ну, касательно вот сборки на Джаггернауте, конечно, можно пойти в БКП, можно придумать себе айтем билд через статы, то есть купить там мантастайл, скади и просто переживать все, что на них влетает. На Чейзи могут выйти, кстати. Если поставить шторм моментально дизраптор, то это легкий килл. И отлично стоит на комплексе. В комплексе все читают, прекрасно понимают, где может соперник находиться. И, в общем, все увидели. Да, там еще и сплитпушит и дизерплик, заставляя ликвидов сместиться на свою базу и отпушивать топ-линию. Но пока довольно аккуратно все получается. И смог. Ликвиды отправились на поиски жертвы. А вижу, но у них-то и нет. Кстати говоря, в своем лесу. Они могут лишь только догадываться. Они знали, что там был Зефрик. И, скорее всего, наверное, не сделал ТП оттуда. И, пользуясь этой информацией, они пытаются его перехватить. Но не находят. Ставят варп. Да, ну и смог будет, скорее всего, никуда. Хотя вот Лимп сам к ним в руки идет. Вот идет. У Лимпа могут быть проблемы. Лимп, да, подставляется. Куда ты зашел? Лимп, владение чужие, противника не видел, решил подфармить, видимо, лес. Ну и за это был наказ. Был уверен Лимп, что лес пустой, потому что два тиммейта были, по сути, там также в лесу, но... Да, неожиданно казалось, что не все так просто. В сравнении Чези и Матумба Мэна, то Матумба поначалу, опять же, как-то подвинул, но сейчас в итоге вроде как уже начинает и фармить, и не фидит. 4-2 у него счет. У Чези 2100 золота. Опять же, я думаю, что все-таки это не Линкерсфера, все-таки это БФ должен быть, но пока не буду спешить с выводом, потому что в теории Линкерсфера здесь может зайти. Так подумай, там всякие гринсы, навряд ли. БФ нужен. Это было бы очень интересно. А, вообще, вижу, что Найту довольно сложно сейчас забрать. Он вооружился, точнее, взял себе в защиту дракона и теперь на нем летает по карте. Таким вот образом он решил себе деньги брать. Ну, мы видели, опять же, разных лайфстиллеров. Мы видели и атакующего характера через демес, мы видели через радианс. А, здесь, скорее всего, радианс уже не будет. Но будет поздновато будет, все да. Будет. Ну, пока просто драконе, опять же, можно летать фармить быстренько всю линию. Матумба появляется Метрилхаммер, ну и, скорее всего, это будет изолятор. Уже бластом при этом имеется. Я видел, что появляются за сборкой потихонечку артефакты на иммунитет. Это Оверклаб. Там дальше Метрилхаммер и рецептик. Я думаю, и ду может купить в перспективе, да и бисмастер. Тут опять же, БКБ надо всем. Я... Магия. Еще раз. Много. Просто да, с БКБ вы стоите в файте и делаете, что хотите. Тут большая часть героев становится, ну, просто бесполезной. Слушай, там так хорошо ястреба вызвал бисмастер, спалил решака, увидел, по-моему, даже еще и дисраптор, что они гуляют в своем лесу. И благополучно отошел, дав информацию, конечно же, для своего коллектива. Да, интересный момент, что Фата на всех проигрывах пока Зефрика нашли. И его глимсует назад, немножко ошибку от дизраптора, и Зефрик отсюда просто убегает. Да, ай-яй-яй. Что-то у Джеркса как-то прям не ладится. А он, видимо, и не понял, с какой стороны же шел дом. Он думал, что как раз-таки откуда-то центрально.
дальнего коридора, и можно его туда будет вернуть, а шот не навстречу. Заметили стаки. Ребята из команды Liquid, которые уже делали для Джаггернаута, который дофармил ПБФ. И надо стаки воевать. И комплексы могут там повоевать. И Гарцизм имеется, Рор имеется, Дум имеется. И пришел Кабан, понимает, что тут воруют стаки, молния. Кабан погиб. Див вешается, но... Вард стоит отлично у Liquid. Они все видят, они все прекрасно понимают, они контролируют ситуацию. Если что, Майк Патрон может и ворваться через эту бомбу. Чейзи, а может быть Чейзи наказать. А Чейзи могут наказать Джеракс. Ну вот остаться, Майк Патрон уже есть. Бомба. Джон. Моментально минус на Джаггернауте и комплексе отсюда надо уходить. Все, отдать стаки. Отдавать их. Даже БКБ потратил Death Profit. Думал, что сейчас начнется бой, но боя здесь не будет. Действительно, Джаггернаут погиб. Ну и пору забрать оставшихся эншентов. Это очень важный файт. Кроме того, что убили Джаггернаута, плюс по всему развели на БКБ, плюс по всему, что самое, наверное, главное, убили стаки. А там, я думаю, было около 1000 золота. И появляется уже дезолятор у Лайфстиллера. Да, деньги были заработаны, отслушивают нижнюю линию. Сейчас будет переход плавный на Рошана. И 26 секунд не будет Джаггернаута. Довольно долго байбекается, конечно же, он и не будет, да и денег не хватает. Это немаловажно. Ну и скорее всего это еще и дополнительно Аегис для Team Liquid. А вот это уже, конечно, сильно. Да, не смещается комплексити. Возможно, они даже и не знают, а если узнают, то уже будет слишком поздно. И это Аегис. Ну, скорее всего, для Матубумена. Хотя и Фата может забрать. Фата убить намного проще, чем Матубус. Но все-таки Матубу да убиться. Аегисом 7-9, 24 минута. И вот впервые Ликвиды показали, что они команда уровнем посильнее. По крайней мере, файт был за ними. Такой вот микрофайт скорее. Ну, они бегают пятером уже последние минут, наверное, 8-9. Конечно, в комплексе раза 2-3 уворачивались от них, как-то дожили, даже просвечивали, но всегда ты наготове быть не можешь. И рано или поздно один из игроков подставляется. Ну, вот, например, сейчас может поставить Чейзи в очередной раз, есть инфест. Но тут, правда, Блейд Фьюри. И на данных сайлентов не было, кулдауне у Дисраптора, и в этот раз Чейзи будет спасаться. Вот, допускать ошибок, конечно же, нельзя. Ликвиды идут, тут команды 5, и будут давать свои ультимативные способности. Это нужно пережить. Дефрик. Дефрик, что это? Primal Roar пошел, и Дефрик спалились, пытаются убить Фат, на бате висит Doom, есть хит-про, Дефрика моментально съели, Фата все еще жив. И это довольно сомнительная атака комплекса, но пытается получить, но он не стоит под Doom героем, как отсюда пошел, и так, спайс КБ, есть Blade Fury, а Doom Бомен по Сайленсу, не знает, как спасти, теряет Аегис. Будет ли продолжение атаки. Фата под Сифонами, очень больно Фати, Куру здесь прятался, его просто не видят. Бегает Матум Бомен, ищет цель, ну и разбежались в комплексе в разные стороны. Учитывая, что колы потратили все, для них это файт прям вообще не очень. Это, видимо, еще не конец. Матум в погоню идет, то есть через 2 секунды будет, и Фанскина, видимо, не отпустит отсюда. Комплекс, опять же, нечем здесь воевать попросту. Нужен глимс, и, по-моему, РНЖ не хватает для дисраптора. Далеко он там пробегает. Пытается дать пишет Матум Бомен, чтобы вернуть своего оппонента. Добегают. Ханкин. Тыпал. И вот он глимс достает. Дисраптор. Хорошая игра. Тем Лика, не зря погнались. Конечно, Фулл Грей, конечно же, вип на развороте от Ханскина, но это его не спасает. Хорошая погоня от Team Liquid. Но в целом опять все получилось очень удачно. Они впитали в себя все ультимейты, что были от комплексити, потеряв минимальное количество ресурсов. Учитывая, что у Liquid есть практически все скиллы, они могут идти на тир 2 смело, возможно, даже и тир 3 побить. Ну их реально, им нечем останавливать. Нет Рора, нет Экзорцизма, нет Омни Слэша, нет Дума. Дазл-то и ладно, черт с ним, скиллов у него нет, но вот как-то пока Ликвиды не спешат очень аккуратно. Теперь же их... ну тут внизу просто майд-контролы, Лассер, я понял, не было вообще проблема. Так бы, конечно, не могли бы спушить, ну, колы не пошли бы дефить. Колы, у них всегда проблема, когда у них кулдауна, они не особо-то боятся, особенно на Death Profit. Ну, все верно. Но вот майд-контрол решил все-таки рэвиджем воспользоваться, еще бы разок подловить Джаггернаута какого-то было бы весьма успешно, но нет. Так, никто не подставляет. Вот он самый лучший пикер Свинлесс. Пока что 0-5-3. Пока что игра у него не идет. Но я думаю, что соберется с духом и еще получится. Ну, не Грамикон, надо будет собирать третий. Пожалуйста, залетают. Инфеста очень быстро взрывают Бестмастера. Но и Дум, бегающий вокруг да около, сделать ничего не смог. Ну что ж, очередной хороший минус, и вот Ликвиды умудряются найти слабое место у комплексити. То есть бегают пятером, бегают под смоками, и когда-то в один момент комплексити все-таки подставляют одного или двух персонажей и погибают. Этим Ликвиды пользуются. Очень важна в файте позиционка, пока комплексити отыгрывает позиционку на 10 баллов из, наверное, на баллов это 5. Максимум 6. Ну, в общем, надо позицию лучше выбирать, кастовать Doom кого надо, потому что вот этот врыв на центре, который был очень странный Doom, очень странный Roar, там чуть не в Куру давать Roar, не совсем понятно зачем и почему, такие ошибки делать не стоит. Опять же, уколов хороший пик, уколов хорошая перспектива, там через минут 15 с появлением артефакта. Джаггернаут тем более имеет БФ, он фармит очень быстро. Но еще так пара ошибок допустить, и уже даже вот эти артефакты не спасут. Форстап летит.
возможно, для какого-нибудь плеча, и Гиперстоун, скорее всего, для лайфстилера. Да, крутые айтемы, конечно, появляются. Главное, что они дорогостоящие и очень полезные. Мы видим Чейси, и после ПФ вот очень важно, что же дальше он будет покупать. То есть Красава, Death Prophet, он понял, что нужно покупать себе ПКБ и жить, и переживать ревеш. Сообразит ли Чейси такой же артефакт купить, либо же будет от кистоты выходить, посмотрим. Да, Mind Control, вновь инфест. Вновь попытка убить, и Doom, уже моментально на классе, и Торм Кизэн, и Пикки остался, и Торм Кизэн, и в этот момент ловит Primal Roar, ставит хилинг в ад, потом он стоит на месте. Там, конечно, Липс всех сжимает под ПКП, через секунд по трем героям, сбили уже Дисраптор, падает потом момент, потому что оказался оторванным от своих тиммейтов, Лич так, что упал, минус 3, можно бить Бан, Бан по дороге останавливается, есть Рейвус, либо приостанавливает, на развороте магический прокат, но хила очень много, хилинг Бан нужно сбить, сбивает его Бана, и вынужден Бан отойти вместе с Майнс Контрол. Возможно, придется выступаться лайфстилеру, потому что три героя дефи это замечательно, но этого слишком мало, потому что скиллов по сути нет, врывается, мать этого сделать еще не может, надо выкупаться. Есть выкуп, есть глиф и уходить в комплекте. Все, молодцы, вы сделали максимум, что могли сделать. Но вот он, хороший файт. В хорошем файте у ликвидов шансов немного. Хотя изначально казалось, что у ликвиды сейчас просто обманули всех. Когда вроде ты вырываешься стейтхантера, кажется, что он один от неожиданно лассиров. Вылазит из персонажа. Да, 200 золота за комплект, минус 2000 за ликвид. Разница до 4000 получилось. И действительно, они развели на БКП, они развели на байбэк, на ультимейты. Это прям кошмар какой-то для ребят из Team Liquid. У них все было хорошо, но одна драка встала им поперек горла, что называется. Ну что ж, в комплекте появляются реальные шансы на победу в этой карте. Да они были, они не исчезали никогда. То есть тут ты, конечно, хайпишь, но прости, тут уколов шансы есть всегда, имея... Да, безусловно, они же просто создали только то, что ликвиды бегали пятером. Как только драка у них немного не получилась, тут же вставили свое веское слово, что называется. Да, и вот был уже Гернаут там в районе 11 тысяч нетворс, стал 13 тысяч, он уже перегоняет лайфсилера. И опять же с БФом фарм будет идти. Ну вот, вот после файта 4000 ровно. Диффуза появляется уже у Джаггернаута. Опять же, Афат с каждой минуты будет становиться все слабее именно против этих героев. С блокером барами, Джаггернаут с блокером Майн-контрол. Ставит у Седрика, его было заметно. Тут же Сталин, перед телефон, Майн-контрол. И возвращают Лимпа. Конечно же, Чейси дальше не пошел. Нет, он не слышал. Тайтхантер. Цель очень сложная. У него там столько слотов, и форстафы, и меки, поэтому... Да и сам по себе Тайтхантер, как мы знаем, очень персонаж неприятный для того, чтобы убивать его там вдвоем, без каких-то очень крутых нюков. Ну да. Ну там момент такой забавный, прям центрик поставили, краешком-краешком Тайтхантера увидели. Сами не ожидали комплекса, думаю, даже... Ну они сбивали, они ставили центри, чтобы сбивать варды. Ага. Заметили мы уже у Дума также появление Огрклаба. Все. Ребята правильно понимают. Ну тут опять же это очевидно. Больше блокинбаров. И без мастера мы ждем БКБ. После этого БКБ полный комплект. И мы просто идем ликвидов давим. Ликвиды при этом стоят и не понимают, а что нам делать. У нас одна магия и лайфстилер, который один. Это замечательно, но это не герой, который может убить пятерых. Там как Герокоптер, нажав Клэкэна, например. Ну да, это или Медуза, нажав Бидшот. Камбэка. Согласен абсолютно полностью. Конечно, там где-то в более поздней стадии игры, если мы до нее все-таки дойдем, мы будем с вами иметь у комплекса там 5-секундные БКБшки, а у ликвидов фейлы, огромное количество магического прокаста, но еще усиленное под амплифаем за счет интеллекта и бла-бла-бла. Но зачастую магический прокаст не особо сильно решает все же. Это нюки. Нюки можно переживать. А вас в это время будут бить, и быть будут сильно. Так, у нас остается пауза. Отличная пауза для Liquid сейчас обдумать вообще, что происходит, потому что иногда им этой паузы не хватает, когда начинается вот это вот. Мы идем, непонятно, что делаем, надо посидеть, обдумать, чтобы Кура дал указания, что надо делать, что не надо. Ну а вот как раз таки Колы сейчас готовы побеждать. Опять же, команда уверенная. Такую уверенную команду. Я думаю, кто смотрел интервью с Винлзом на наших каналах Dota 2 Rohab, уже понимали, насколько, опять же, команда такая вот добрая, где все ровно, где нет какого-то там тащила и кто-то, который про тебя саппортит. Все играет на равных. Это всегда приятно, что такая вот команда, опять же, она обычная, она без понтов и там без чего бы то ни было такого вот странного. Ну, конечно. Чем, конечно, импонирует коллектив в комплексе, это наличие вот этих вот братских уз, две пары братьев играют в одном составе. Это всегда за этим очень интересно и очень круто наблюдать. Брат за брата, за основу взят, и это применимо как никакой другой команде. Интересно. Ну, сейчас идет активное обсуждение, конечно. Все же говорит, того убить, ГГ написали, все, пошли дальше. Вторую карту выигрываем, ликвидов выкидываем. Это хороший план, на самом деле. Свинлос примерно так и говорит, опять же. Если его послушать, я уверен, что плюс-минус это и указывает. Опять же, пока все замечательно. Все хорошо. 10-12, 31 минута встречи, дорогие друзья. Первая карта Liquid комплекте. Мы продолжаем смотреть за тем, как ликвиды немного подпушивают нижнюю линию. Разогрев перед главным матчем сегодняшнего дня, на самом деле, я бы этот матч назвал так. Он не то, что плохой, но он разогрев перед матчем Na'Vi Альянс. Вот там будет прям, ой, как круто. Я уже этот матч также жду с нетерпением. Вообще сегодня день получается интересный.
все матчи хорошие, нет матча, который конкретно может быть слабым, неинтересным, скучным каким-то, либо пассивным. Предыдущий матч, этот матч пока удивляет. Насколько тут интересно и насколько же не угадывают те же самые аналитики и предсказания на Твиттере, где там команда Empire стоит на 15 месте по предсказанию английских талантов, а Винкс на втором. А это говорит о том, то, что действительно коллективы подготовились к этому мажору, подготовили новые стратегии, удивляют. Некоторые удивляют с лучшей стороны, некоторые не самые лучшие, возможно, но тем не менее. Дайте интересно подать. Вчерашний день назвали, наверное, самым сенсационным по результатам. Это действительно так. Если уже мы начинаем с вами второй день мажора, а тут нет Secret EG, это о многом говорит. Так, ну что у нас? Отошли немного ликвиды, пошли на базу. В общем-то, комплексы вот так вот распределили своих персонажей по всей территории. Фармят чужой лес, своих эншентов, фармят свой лес, нижнюю линию. Все в порядке. Появляются все ультимейты у ликвид, и самое время дают Куру указания. Скорее всего, что пойдемте-ка, ребят, выйдем. И до Рошана уже скоро, минута остается буквально, поэтому можно и пойти повоевать. Убить команду комплексы. Ну, это, опять же, в теории идеального файта. И после этого пойти на Рошана. Закупают также Смоук и The Freak. Говорят, что мы тоже пойдем в бой. Так что сейчас будет встреча. Тут это безусловно, это факт. Надо раздевать эту точку, конечно, потому что сейчас комплексит как на ладони у Ликвид. И Ликвиды знают, где находится оппонент. Плюс ко всему еще не забываем то, что у комплексе есть возможность неплохо контролировать карту за счет ястребов, которые могут летать со стороны в сторону. Вот уже ястреб отправляет туда, в сторону Ликвид. Ну и пошел всех разглядывать дом под своим инвизом. Блейд работает. Тут БКП мы видим, у Деспрофит есть Шивусгард Бейл, в принципе, тоже стандартный дефолт. Но мне интересует, что купился Джиггернаут после Диффузал Блейдс. Купил ли что-то? Да, вроде нет. Вроде там Диффуза купил, деньги еще остаются у него. Ну, есть Вангвар, то есть в любой момент он апнет его в Абиссал Блейд. Но вот пока покупает себе Блинк Дайгер. Опять же, для инициации, опять же, это задел на будущее Абиссал Блейда. Это прыгал с Блинка, после этого давал стан 2 секунды и, собственно, убивал. Да, и с Блинком можно прокасывать Омни Слэйш, в случае чего уйти с файта. Тоже приятный момент. Многие про него забывают, но это немаловажно. А сейчас действительно все керри игроки, все коры игроки, они стараются делать свой акцент непосредственно на мобильность своих коров, да. То есть мы видим очень часто на лайфстиллерах блинтакеры, мы видим на джиггернаутах. Все хотят добраться до нужной цели, все хотят не просто пешком заходить в файт, а вот именно быть полезным с первых секунд драки. Это тоже очень важно. Показывают нам бинрейты лайфстиллера. В зависимости от того, сколько игра закончилась. Ну, короче, 40-50 минута для комплекса идеально, чтобы закончить. И, в принципе, к этому моменту Джиггернаут, да и Деспрофит накормят все 6 слотов. Ну и вот, есть смоук от одной из команд, есть инфест-бомба у команды Liquid. Идут пока колы просто по центру, такой вот выход. На топе остается попросту бисмастер, но встречи нет и нет. Колы идут попросту на топ-линию. Уже подряд, наверное, лафили рамтреди майн-контрол за лайк. Сейчас вынужден вылезать, потому что справились бить Рошан. Алям на Рошан, да, колы как-то что-то. Колы решили пойти на бараки. Кстати, это будет неплохо, потому Рошан падает не настолько быстро. А где ястреб? Ястреб помог дать вижен. В общем, да, в любом случае пошли комплексы по топу, они будут стараться поломать лайн-пиды. Очень быстро забирает Рошана. В любом случае, достаточно времени для того, чтобы забрать АХ и вернуться на базу по дэпить. Да, ну а тут падают бараки уже, есть глиф. Просто идут ли в колы, потому что колы у них хорошие позиционки. Они понимают, что будут происходить, они понимают, что будут врываться. Чези получает стан, Чези очень больно, Чези нечего поставить. Нажимает глупери, отсюда уходит. Если закрыт, Булифа на развороте плату. Перед Сифон, Шидусгард пати очень больно. Получается крипспор, Тревет пока были подвинь на Чези. Чези пока стоит под Тревитером. Майнкатрон тоже подстрял, юзает снегу, Праймл Рор, Матуба Бена. Может сразу уступать, есть форстапы. Телепарт так стоит, Чези просто отник шторм. Матуба Бена развороте Чези. Чези пытается забрать, Чези падает, Чези без байбека. И в тот момент получил дум, но слишком поздно. У него еще есть Аегис, Дефрик тоже здесь там подставляется. И еще и глимсует, возвращает Хансен. Это будет минус 3, но, если там мы будем говорить об этом, но комплексы снесли в сторону. Ну, на такой минуте это не критично, конечно, потому что сейчас Ликвиды получили. И Рошан это деньги получили. И минус 3, там по Fight Recap, как понимаю, цифры, да, 2000 золота, а суммарно там 3200 и 4000 опыта. Был это момент, Ханскин не дал Shallow Grave, был у него шанс дать крест, но просто не успел. Анимация была слишком долгая, и Джиггернаута убили намного быстрее. Ждал прям до последнего, до самого, и переждал. Поэтому Джиггернаут и погиб. Ну, да, барак упал, это замечательно, но радоваться еще рано. Безусловно. Вот еще один момент, подтверждающий то, что Джиггернауту либо нужно больше статов, либо все же купить БКБ, вот, как ты и предлагал. Почему? Потому что Джиггернаут, заметь, он мне слэш не дал. Большую часть драки он провел в станах. О, его станил там Ревидж, соответственно, его станил стан Лишака. Да, там и Статик Шторм был, там было много гадости неприятной. То есть Лим стоял, как ты видишь, он нажал БКБ, Ревидж не прошел, он просто стоял и с Эверцизмом Сифонов всех бил, да. То есть БКБ все. Блэдфьюри все-таки он, конечно, крут, но не бесконечный.
С Блэкфьюри ты там особо воевать не можешь, это все-таки не иммунитет, не полноценный иммунитет, там здесь и свои минусы. Все верно. Ну, подумает сейчас честь, я думаю, примет все это правильное решение в плане выбора. Пока денег просто нет, все равно там всего лишь 1000 золота. А он сейчас может подставиться, ай-яй-яй, там опасно очень. Там бегают ликвиды, поставили вардец, причем очень грамотный вардец. Хотя бы халявить ликвиды, как они это делали несколько раз, где-то минут 15 назад. Ну, еще желательно, же Геронт купить телепорт, но пока Саквилла бегает, без телепорта будут иногда неприятно, когда тебя будут пушить, не знаю, там одну из линий, а ты где-то бегаешь внизу. Не надо быть Eternal Envy, при всем уважении, надо все-таки телепорт носить всегда с собой. И БКБ покупает себе фата, есть уже Оверклап и Трилхаммер и Рецептик. И уже с Блокер Баром лишь так не так уж плохо. Да, конечно, БКБ есть, есть Блэкфьюри, но остаются герои, не забываем, это и да, золотые, Бейсмастер, это и Дум. И Свейнлесс находит его и убивает его, и тирует, скорее ошибка от Матубы Мэна просто. Как-то он очень поздно среагировал, как будто сидел и думал, что никого вы не найдете. Там сидел просто, не знаю, там в телефоне, но... Матубы Мэн очень ленивый, он очень много времени проводит. Ну его катают, он сидит, да, ему хорошо. А чести. Слушай, по чести, чести. А телепорта нет. Телепорта нет. То есть сейчас не лететь, надо бежать, а там фата погоня, есть блинкаут, успевает уйти Джиггернаут, но... То есть телепорт нужно носить элементарно для того, чтобы Энджел Блэкфьюри улетел. Ну да, это уже приятно. Пытается подцепить там еще Джеракс кого-то, но Виджина не хватает. Две минуты до исчезновения Эггис остается, ликвиды идут по центру, Кирдо Бахтин выиграет без проблем. В комплексе решили вчетвером пойти на топ-линию, немножко прошлись и улетают назад, потому что уже база под атакой. Опять же, а Эггис остается. Игги нажимает клик команды комплексити. Классно, очень, конечно, очень хотят забрать сторону в ответ, но понимают, что комплект там полным составом, у них есть все ультимейты, и можно встрять. Тем более, что спецвуд у нас тем временем один из персонажей. Джиггернаут. Комплект, да, Джиггернаут пошел спецвуд, что теперь должна быть готовить, что вернется, безусловно. Здесь Шива, Фата прожимает диаболики, дает молнии. Да, в инфу немного падает, Фата нужно прогонять, но Фата не боится, у него БКБ есть. Во всяком случае, он так думает, что пол ХП уже потерял. Ну и ликвиды, неужели не будут драться? Да, решили отойти. Все же страшно, все же топ пропушенный, барак падает. Рейнджевой, конечно, можно забить, все же он не так важен. Слушай, 44 хп, крипы не добили и развернулись. Ну, забьют ликвиды. Да, это обидно, конечно. Крипы стоят такие, решили, что все-таки нужно переагриться. Ну ладно, да, Рейнджевой барак, опять же, он ценности... Тем более, особо не представляет. Да, пачка крипов большая довольно-таки, она должна добивать барак. Вот, вот сейчас. А, нет, пришел лич. Да, не дают. Нет, там. Не дают. Барак мой. И колы пошли в ответ. Как мы видим, Doom теперь готов инициировать по полной программе. И Shadow Blade, и Blink. Свой оверклап он япнул в БКБ. Видимо, сказали мы тиммейту, купи Blink, надо инициировать. Потому что, да, такая проблема есть. Бисмастер пока что инициировал так себе. А больше-то инициировать-то и некому было. Doom без Блинка синициировать попробуй. В то время как у Ликвидов имеется элементарно один Тайтхантер с Лайслером. Да. То есть какой-то вот комплексити, вот вингапка это была, то есть твапнуть кого-то, вот что-то в этом роде. Тут пока не было, но вот сейчас вот блинком от Дума можно будет прыгать и там моментально думить того же самого Фату, либо Матумбу. Появляется уже Эбисел у Джиггернаута, сейчас он все привезет себе. Ну все верно, ты говоришь, что действительно есть два четких дизейбла. Это Бисмастерский Primal Roar и Думовский Дум непосредственно. То есть можно с блинков лететь, одного задумить, другого задизейблить, и там уже Джиггернаут без профит будут разбираться. А когда у вас блинков нет, вам это все-таки сложно сделать. Даже вот в предыдущем замесе это было видно, что Лайфстиллер очень много урон нанес, только потом получил Дум, который, впрочем-то, его особо и не устанавливал. Поэтому надо вот с мобильностью решать вопросы. С БКБшками и с мобильностью. Наверное, самые две большие проблемы в комплексе на данный расклад. Так, ну и снова у нас все приостановилось. И очередной смог от Ликвид. Только почему-то Фату не захотели с собой брать. Фата так будет идти. Видимо, просто отвлекать внимание комплексе, в случае, если его обнаружат. Но главное, конечно, это Тайтхантер и Лабальсивер, я думаю. На это рассчитывают ребята, остальные. Так, уже... а вот вижу, надо посмотреть. Есть один вард, который стоит вот немного слева на выходе, и ответный смог от комплексти. Но это будет очень, возможно, опасный момент. Сейчас Лимп идет впереди планеты все, БКБ нажимают очень вовремя, мы это прекрасно знаем. Майнд-контрол. В кустах спрятался, его там, конечно же, будет не видно. Смог спал от Лимпа, Шиву, юзает. Тут Тайтхантер куда-то упрыгивает в сторону, он не слышит нападу. Бум! Тайтхантер, это очень даже в момент, Тайтхантер не даст рейвы, скоро Тайтхантер не противника, Зимтрик получает Шилоу Грейв, правый урор пошел, в этот момент стоит на месте, Чик Фрост, Чеси страдает, поставь их шторм, Чеси погиб, Деспрофит тоже минус, Зимтрик в инвизе пытается уйти, Ханскин тоже получает замедление, скорее всего, здесь не отпустят, драка делится на несколько частей, комплексе, по разным сторонам, по разным отходам, пытаются все-таки спасти свои жизни, ну и там Дом, по-моему, все-таки подставился, или нет? Дум страдает, он все же чем-то пробивают, покажите там Дума, вот он, Дум, да, сжимает его Диджеракс на пикилде.
Mind Control с помощью Anchor Smash он накрывает. Ну, это, походу, не со стороны, потому что только один байбек имеет туда Death, но даже сделав этот байбек, возможно, это конец. Даже сделав байбеки в комплекте из ультимейтов, тут, конечно, Джерак, Секуру, но саппорты выиграли файт. Kinetic Field, Static Storm и Чайник, это залетело по двум корам. Death Prophet и Джиггернаут. И, конечно, после этого выжить было сложно. Да, мы видим демеджа, насколько много. 6700. Ну, это мега-крипы. Это просто мега-крипы. Я думаю, что холлы сейчас немножко подумают и поймут, что конец. Да, Свиндлс там пушит, это похвально, но шансов мало. Выкупает это Death Prophet. У него тоже есть байбек. Да, то поедет через 5 секунд. Четверо, может достать свой Джиггернаут. Землю дефить, что ли? Или Демаура? Как-то подбрасывает, еще пытается как-то спасти свои бараки. Primal Roar по Tomb of Mana. Стоит он на месте, Шива, конечно, довольно плотные ликвиды, нажимают по КБшке, пытается скрыть барак. Просто бить барак. Последний барак остался, потом момент до конца, его таки скидают, и Зимбрик в погоне его глимсует тут же. Джиггернаут пошел, описал. Куроки, есть форстап, Куроки показывает. Типа на Куро пошли, честь до конца в погоню. Куро, Кирсик доставится от Джерекса, Джерекс ставит ульти, Блэд Фьюри вызывает, снова есть Static Storm. Но, к сожалению, честь и Блэд Фьюри. Джерекс пытается улететь, Джерекс отсюда улетает. Куро, есть удар, минус на Куро. Покажи, барак один стоит, а значит, можно еще играть в доту. А, конечно, на волоске от поражения первой карты в комплекте, но все же можно еще цепляться. Есть еще ресурсы. Мы видим, что на развороте умудряются убивать и лайфстиллера, и лича, и другие конец тоже. Нужен хороший файт. Ровно такой же файт, который они демонстрировали совсем недавно на верхней линии. У них получалось весьма неплохо. Сейчас нужно сделать максимум из того, что могут вообще комплексы. Но учитывая выжить то, что комплексы имеют Джо Брак, только я бы сказал, что надо сейчас чуть ли не в тронете комплексить или выиграть твой так, чтобы лигидов не было. Вот так вот, например, ну кто скептор, дифузы тут же, Джурак, скорее всего, погибнет, еще один форстап, и они засейвили его, Ликвид. Хорошая игра, его вносила форстап, Шива на развороте, Фата прогоняет крипов, Старзит, Матлипа, и тут у конца. Очень быстро убили дисраптора, если Старзит, Телекфар ставится так же, есть клип. Фата будет отбрасываться со своими нюками, чтобы как-то приостановить движение в свою сторону, стороны противника. Честь, если Амбисон Бейн не дал его Фата. Пока держит. Primal Roar. Линку сбили. Primal Roar ушел никуда. Ну и что, бараки? Пробивать бараки. Опасно. Лайфстиллер уже появился. Нужно отходить. Будет и Глимс. Чези. Фил. Чези остается один против всех. Пытается убить. Вот кого-то никого убить не получается. Чези минус. Есть у Чези, конечно, байбек, но комплект отсюда отходит, по сути, ничего не получив, а там уже горит практически вся база. Выкупается Джиггернаут. Джерекс никого не нашел. Там прыгает Свиндлс, прячется. У Свиндлза есть травала. Сейчас он отсюда просто улетит. И Дейдалос появляется у лайфстиллера. Какой же он сильный. Как же он много дэмэджа будет подавать. Ну вот если бы сейчас забрали барак, было бы две стороны на три стороны. Но это все еще не мега крипы, еще можно было дэпить. Но, конечно, сторону спушить не удалось. В итоге два барака осталось у Liquid. И у них только топ-линия немного пострадала. По итогу там. Ну что ли, заканчивать игру? Но все ультимейты есть. Есть Тикшторм, есть Ravage. У Джиггернаута блокинг бара нет. То есть его подцепят Kinetic Field'ом, Глимсом, либо что-то из этого рода. И Блэд Фьюри у него не будет, то после этого, опять же, да, игра вполне, скорее всего, завершится. По нижней линии не спеша. Опять же, артефактов там очень много. Перефарм, я уверен, там больше 10, может, 15 тысяч. Лотусор появляется уже у Лича. Так что можно будет закидывать на кого-то, чтобы Дум получал и сам Дум. Да, это не спасает твоего тиммейта, но при этом и Дум также из файта уходит. Так, а вот сейчас за время действия рейджа можно снести просто-напросто парак, знаешь, что там нет глипа. И пускать лайфстиллера типа нельзя. Да, да, можно чуть ли не суицидом идти, а можно и ворваться. Виндлза. Но Блин успевает сажать, конечно, по КП, пытается подраться, но он не слэш, пошел действовать в Кептри, а Бисол Блейм. Ты просто бить парак. Глип. И Праймл Рот на Топомена. Он стоит у спортапы. Бегает Фата. Ну и барак пал. Да, это мега крипы. Пытаются, конечно, здесь комплект хотя бы убить Матопу Мэна. Получается. Так, Матопа отжирается круто. Чези в погоне за Свиндлс. Свиндлс также минус. Танки погибает. Это уже минус 3. И на фонтан просто упрыгивает Дубригер. Можно идти в фронт. Байбек есть туда же, но, конечно, уже не спасет. Лимп до конца с Фатой на 1-1. Лимп от Ирванды. Еще один удар. Минус на Лимпе. Он нажал экранцизм. Погиб. Good game. Well played. Ультракилл для Матумбы. Матумба может быть рампашка. Может быть рампашка. Матумба Мэр. Отлично. Один Ликвид. Красивейшая концовка этой карты. Молодцы. Все-таки добили барак. Тут выглядело очень-очень круто. Довольны Ликвиды. Ну, довольно только один Куроки, как всегда, спокоен. Как черепаха. Как минимум, было очень непросто, потому что был момент, когда казалось, что Ликвиды уже все потеряли шанс. Ну, не то что шанс, но им было трудно просто победить. И что у Колов есть все шансы победить, но Ликвиды собрались и просто за счет своей силы,
Все-таки скилл у них повыше, как командный. Ну, много там, конечно, таких вот моментов. Файты вот эти вот, где-то ошибались комплекты, по одному подставлялись. Джиггернаут тоже есть определенные вопросы. Что-то собирал, что-то делал, где-то ошибался, где-то подставлялся, умирал под статиком без БКБ. Было дело. Ну, в общем, я думаю, что конкретно вот по таким микро-моментам для вас проанализирует наша непосредственная студия аналитики. Мы ей передадим слово. Ну, а с вами, к вам мы вернемся буквально через короткую паузу. Спасибо, Иван, спасибо нашей чудеснейшей студии аналитики за эти предсказания, эти прогнозы. Действительно, в шаге комплексе от того, чтобы вылететь из этого турнира уже, а Liquid, естественно, попасть в топ-8. Очень интересные драфты. На твой взгляд, что думаешь? Свиндус лучший пикер на планете. Да. Примерно того же мнения я. Нам все то, что остается нам сделать, это просто броситься в игру и смотреть, что же там будет происходить. Это будет довольно интересно. Ну, показывал драфт. Даже если где-то немного проигрывают, могут собраться в момент и наказать Ликвидов, подловить их на ошибку. Может быть, здесь на прошлой карте у комплексности был очень хороший пик, который с помощью блокинбара был выигрышный. В то время, как у Ликвид все было намного хуже, но БКБ не были собраны, Ликвид затащили. Здесь же пик плохой и, ну, я не знаю, какие шансы могут быть. Ладно, поехали. Поехали, пацаны. Залетаем в игру. Тут у нас стандартная пауза, но, тем не менее... Уже мы видим. Кто тебе нравится больше? Хорошо, вот я свое мнение сказал. Мне кажется, что Liquid и правда, как сказал Егор, 30 минут. Good game well played, комплекте рофлит. Может быть, у тебя мнение другое, что Кола могут и победить? Я очень надеюсь, что комплект сейчас поймает тот самый эффект сноубола. Вот замечательный эффект сноубола. Это в таком раскладе, когда начинает Bounty Hunter бегать. Там кого-то подчимил, курицу срезал, First Blood сделали. Ранний 6 уровень получил, взял треки. Тут раз за разом легионка с блинком подходит. Дэмэдж зарабатывается, тут раз, два, три, четыре, хоп, и игра закончилась. Ну, это, конечно, фантастика, ну, как не фантастика, такое бывало у нас на практике, но, тем не менее, шанс такого исхода, он невероятно мал. Тем не менее, очень хочется, конечно, посмотреть три карты с учетом этих команд. Хочется эпика, хочется какой-то интригующий развязки. Я скажу, что шанс есть, если сами Ликвиды пойдут в эффект сноубола, только сноубол не в хорошем, а в плохом смысле, потому что, опять же, любят Ликвиды там пойти вот тир 3 башни, начать там воевать, когда стоит тир 2, то и тир 1, поэтому вот на это стоит надеяться, что сами Ликвиды будут ошибаться. Если Ликвиды будут играть свою доту, они, в принципе, это умеют. Просто они делают ошибок, просто играют, нажимают кнопки, давать стан, давать симплифай, давать суперноу, то шансов у комплексити будет маловато. Легион Командер, вот это вот появление ее. На самом деле, пока непонятно, почему именно Легион Командер и как она будет здесь решать. То есть здесь нет такого прям, что Легион Командер must have. Да, конечно, имплифай сбивать это замечательно, там колбу сбивать этот стан, но это Легион Командер. Я, короче, нашел еще один такой плюс этой карты. Это когда показывали крупным планом каждого персонажа, эти заставки можно делать. Великолепно, конечно, оформлены детали. Мне прям понравилось. Можно на рабочий стол. Скриншот, рабочий стол. Классно выглядело. Особенно на таком большом экране, который у нас здесь висит в арене. И зрителям удобно очень смотреть, все очень качественно, все очень ярко. Ты над зрителями издеваешься, да, что сейчас зрители конечно, сидят где-то дома, конечно. У компьютеров, может кто-то HDMI к телеку прикрепил, а тут у тебя монитор. Ты так зря, понимаешь, тебя хейтить начнут. Скажут, что вот, адекват зазнался, нечего, значит. Нечего дома сидеть, надо приезжать на турниры. Вот мы буквально в перерыве с тобой подходили два русскоязычных товарища. Один с Москвы, другой с Владивостока. И они сказали, что мы специально приехали посмотреть мейджор. И они молодцы, они большие молодцы. Так что тоже катайтесь на мейджор. Ну, манило очень далеко.
тут как ни крути. Ну, есть повод провести мейджор в СНГ в таком случае. Это да, это был бы хороший. Так, ну что ж, продолжается, точнее, начинается у нас игра. И поехали смотреть. Команды в комплекте: Свиндлс на Фурионе, Лимп на Легион Командер, Чейзи на Фантомансере, The Freak на Баунти Хантере и Хански на Дазле. Так, ну и Team Liquid Куроки сыграет на Найтсталкере, Фата на медовом Алхимике, Джракс сыграет на роумящем Фениксе, Майнд Контрол на сложном Найтсталкере, и остался у нас кто там? Лайфстиллер в руках Матумба Мэна. Вот. Так, видим, Зефрик уже побежал по чужому лесу, поставил вардец. Очень опасно, сейчас он очень много вижен даст. Вообще, конечно, очень важно, мы всегда об этом говорим, когда команда встречается против Алхимика, заблочить, либо завардить таким образом леса, чтобы можно было подконтролить в тот момент, когда Алхимик будет их фармить. Ну, опять же, надеюсь, что это будет Алхимик, и правда, через Мьёльнир какой-то, который будет убивать иллюзии Лансера просто в секунду за счет этих самых молний. Но, в принципе, даже по линии Рединса это тоже неплохо, также иллюзии будут просто гореть. Ну да, возможно, два варианта, два таких боевых айтенбилда. Один более боевой, другой не совсем. Что посмотрим, что выберет у нас Фата. Конечно, хотят забрать руну для Алхимика, как-никак, это пассивная способность, это много денег. И Фата без проблем эту руну забирает, то есть обычно бывают такие моменты, когда Алхимик руну не хотят отдавать, идет война там вплоть 5 на 5, стычка, потому что команды не хотят Алхимику давать такой буст, но тут... Здесь герои такие, в комплекте пойдут драться, они все довольно тонкие. Да, вот конкретно с этими героями не повоевать, у них нет ничего, у них на первом левеле станов нет, я скажу больше, у них... А на каком левеле? Ну, окей, есть дуэль, есть тос и больший дизейбл. О, а как они... Ладно. Ты просто реально контролить героев нечем, Алхимика не застанет, Лайфстиллер будет идти в рейдж, он просто бессмертный. Будет, короче, невероятно трудно. По лайнапам у нас триплат команды Liquid на центре. Ой, на топе, конечно, на центре Алхимик против пока что даблы на Баунти Хантера и Легион Командер. И внизу дабла в комплекте против соло Вардара. Ну, сейчас очень важными вещами занимается Баунти Хантер. Он старается как-то звонить Фату, уже поднапрёк его немного. Мы видим, что Ликвиды не поставили центрик на мид, что зачастую обычно делается при игре против ПХ. Ну и самое важное, конечно же, это перехват Курьера. Добьются ли сейчас своего комплекте? Сможет ли Баунти Хантер не позволить Фате задать разгон? Это самое важное. Но Курьер пока не торопится нести ботл. Фата продолжает бить крипов по своим таверам. Ну и Лип, соответственно, тоже чувствует себя неплохо на центральном коридоре. Если Алхимик и Легион Командер имеют равный крипстат, то Алхимик впереди. Это, в принципе, истина всем очевидная, поэтому... Ну, слушай, Фат тут еще так нормально по Лимпу наваливают, там спрей висит, Лимп, видимо, про это забыл. Армора-то у него немного, 3 минус 4, соответственно, тут лучше не наглеть. Так что Фата при таком крипстате, конечно, чувствует себя шикарно. Майнд-контрол внизу берет, Лансера гоняет, уже развел там и на танго, и на фласку, а это всего лишь один Слардар. Да, неплохо отыграть. И Сталкер на топе, как мы видим, там просто отгоняет Фуриону, Фурион стоит один крип, и, возможно, скоро ему придется просто уходить в леса, потому что на линии с Фениксом плюс Сталкер и плюс Лайфстиллер одна ошибка Фуриона, и ты погибаешь. Да, с другой стороны, конечно, на Сталкеру тоже нужно получать экспириенс, и желательно взять себе появление первой ночи четвертый уровень, чтобы был Сайленс. Так, у нас смотри, небольшая схватка была за руну, Баунти Хантера пытались прогнать, да, и благополучно, что руну забирает у нас Алхимик, причем Инвиз. Инвиз все-таки не Баунти, да, Баунти для Сардара. Ну, это две руны для Ликвид в комплекте стоит хорошо, без рун. Ну, я жду от Кура, возможно, появление какого-то Ренталона, то есть это хороший вариант, если ты понимаешь, что на линии там ты Фуриона уже прогнал, он ушел, просто покупаешь Ренталон, и Сталкер очень неплохой лесник. Ну, на уровне плюс-минус Бисмастер, то есть также хорошо фармит. Армора много. Хуже, конечно. Но тут проблема в том, что он закупился уже на полный. У него денег элементарно не хватает даже на филинг-бэй. Здесь тяжеловато будет взять себе Ареталон так быстро. А время-то идет, время идет, и уже полторы минутки осталось до появления первой ночи. И к этому времени, к сожалению, Найтсталкера, скорее всего, не будет даже уровня третьего. Да, левел 2 ему вполне хватит. Если у него будет пассивка и войд, то и хорошо. Сайленс-то не так сильно нужен, потому что ты не кастуй войд, просто если Фурион начнет улетать, войд это ты кастанешь и чуть времени побольше выиграешь. Ну, опять же, пока у Фата идет фарм, 9 крипов у Легион Командер, 13, и Пенетворс Фата будет впереди. Ну, давай, ладно, мы тут все хайпим Ликвидов. Какой шанс у комплекса есть? То есть, какие расклады, чтобы они вот победили? Шанс. Вот он шанс бегает в инвизе пока. Его просветили, уже Зефрик пытается спрятаться, Феникс пролетает, дебаут и Void сбивает. А то момент грозается Зефрика, Зефрик, Open Bounce получает также. Такой дебаф неприятный, и, конечно же, оставляют фраг для Матумба Мэна, и он делает ФБ. Да, про шансы, наверное, говорить не стоит. First Blood, ну, как понимаю, там Ликвиды завязали скан, как только он появился, и просто нашли Баунти Хантера. Это отличная работа именно с помощью скана. Только с помощью этого
этой способностью они и сделали фраг. Нашел сыгран, но тем временем Бата уже набирает себе на Soul Ring. Крипсат у него действительно неплохой, один из крипов он взял. Конечно, ноги меньше, чем у Лимба, но тем не менее свои айтемы он имеет. Ну и пока, конечно, никто не стакает лиса, это тоже очень важно. Нет таких суппортов, которые бы сейчас пожертвовали своим временем и отправились стакать. Ну вот, может быть, сейчас только этим займется Найтсталкер. Да, он красный. 53 секунда, 55-я. Попробует стакнуть. Появится сразу же первая ночь. Можно будет идти. Так, контролится. Опять-таки обе руны на топе, правда, легион команды. Баунти снизу оставляет. Там Ханслин подходит, надо забирать майт контрол. Забирает руну, пытается убежать, там есть The Freak. Под спринтом майт контрол. Да нет, убежит. Тут его никак не остановить. Наступила ночь. Да, считается, что первая ночь для сталкера очень важна. Но сталкер пока никуда не уходит. По звуку я как услышал, был Iron Talon уже куплен. Ну вот только сейчас, там, пятая минута, нужно немножко подфармить будет. Часть ночи он потратит просто тем, чтобы их фармить лесам. А попытка была на топе поднабить немного Фариона, в целом прогнали его. Ну и где у нас товарищ Баунти Хантер? За ним должно быть очень много внимания. Пока Баунти Хантер переместился вниз. Попытка, я так понимаю, подловить Слардара. Но Слардар, из-за того, что неплохо стоял на линии сам, плюс ко всему две баунти руны взял, имеет сейчас очень хороший левел, по-моему, четвертый даже с половинкой уже. И, естественно, деньги. Но возвращается. Походу, что кто-то погибнет. Прилетает, сразу есть копье, подходит сюда The Freak. Удар женады. Еще одно полетело копье. Майнд контрола очень больно. Пытается убежать. Нет СФТП и минус на оффлайнере команды Liquid. Ответ от комплекса 1-1. И плюс ко всему еще и упадет башня. Liquid сюда лететь не собирается. Неплохо сыграно. Тут, в принципе, Тамтар поспешил своим телепортом. Прилетает сюда еще и Свиндлс. Да, башня падает. Окей. Надо идти тогда дальше, раз сюда Свиндлс прилетел. Он тут не нужен был, чтобы тир 1 забирать. Надо идти на тир 2. Все верно. Куча пеньков. Есть катапульта при всем при этом. Есть еще аура от Нейшн Кровь. Видим Ринга Базилиус. Все это позволяет давить. И, конечно же, Дату, который может подкинуть крипов. Ну и приходит Фата. Фата на отпушу будет весьма хорош, особенно против Сумона, с учетом того, что вешает Эйсид Спрей. Крипы агрятся и очень быстро падают. Так что Фата здесь будет неплохо. Фату, конечно, нужно попытаться каким-то образом забрать, но слишком глубоко он сидит. Не вылезет туда под тир 3. Нет в этом никакого смысла. Ну, я смотрю, Алхимик так по крипстату знатно просил. 17 крипов, в то время как у Легион Командер 33 на 18. Она заднаила так же, как Алхимик за вас хитил. В принципе, что, конечно, не есть хорошо, но, опять же, Алхимик даже загробленный. Если нет проблем с крипстатом, он уходит в леса, он уходит на Эншинда, и там свой фарм находит. Но, тем более, у Матумба Мэна в этот раз по фарму все блестяще. Это 48 крипов, 12 денаев, и уже есть ультимейт при этом. Ну, тут заметил я Найтсталкера. Люблю таких Найтсталкеров, которые на четвертом уровне все же берут Сайленс. Были у нас и не очень удачные в этом плане примеры. Так здесь что... это просто необходимо. Против Легион Командера, против Фуриона, против Дазла. Тут бывают игры, где не обязательно наличие Фира. Здесь без Фира просто никуда почти. Любого героя ты убить без него не можешь. Покупается уже рецептик на армлет для лайфстиллера. Ну ты знаешь, все довольно спокойно, несмотря на то, что у нас есть в игре Найтсталкер с одной стороны, с другой стороны Баунти Хантер. Всего два фрага сделали ребята за вот этих 7 неполных минут. Ну и что самое страшное для комплекса, алхимика-то они оставили в покое. Он продолжает фармить, фармит нейтрала, фармит крипов с линии нижней. Чувствует себя очень даже неплохо. Несмотря на то, что казалось бы от Легионки он просил по крипстату, мы знаем, что это все компенсируется наличием пассив. Очень важно с Легион Командера выходить и получать дэмэдж в дуэли. Если не будет там много дэмэджа к минуте 30, если там будут две дуэли выиграны, то этот герой себя полностью не реализует. Но пока только ПТ, Пормершил, то есть Блиндагер нет, Шедоблейда нет. Он попытка Майнд Контрола подцепить, но Майнд Контрол не лучшая цель, потому что очень плотный персонаж, есть краш по двоим, и Майнд Контрол сюда спокойно, без проблем уходит. Какой же ауе у этого стана, казалось бы, он не должен цеплять был Легион Командер, но все же зацепил. И действительно приостановился движение Легион. Ну, не получился первый выход, попытались, конечно, выиграть, и не вышло. Посмотрим, что будет дальше. Пока Слардар заменяет Фату на линии, ну, во всяком случае, плоско получает экспу, тоже очень важно получить ранний амплифай. Найсталкер засел в лесу, Фата засел где-то на эншентах, видим, в лесах. В общем, все в порядке, каждый из них получает свои деньги. В комплексе же нужно постараться ускориться каким-то образом, запуститься, подловить кого-то, поймать на шике, хоть что-то сделать. Они, конечно, пытаются, получается, пока не все. На майн-контролом, опять-таки, атака. Он подрубает спринт и будет бегать. Тяжело очень поймать. Удар, есть копье, майн-контрол очень больно. Подходит сюда Чизи и делает фраг на Слардаре, уже второй к ряду. Хорошо. Вот если бы еще правее немного заглянули, видели там алхимика и недобитых эншотов. Конечно, Чейси в этом случае был бы крайне доволен, но не заглянули, не посмотрели. Да, была ночь, поэтому вижу, там очень мало, только вот сейчас наступает день. Сейчас-то, конечно, никого не увидели. Увидели бы. Летит армлет лайфстиллеру. Ну, пока для голов начало неплохое. Они пушат, они убивают, но, опять же, это начало. Не забываем, что Netwars — это главное, что нам показывает. Какую ситуацию нам показывает вот в игре. Лайфстиллер топ-1, алхимик топ-2.
Да, а хорошие вот перспективы вот. Это самый Alchemist топ-2 имеет. 3900 у него уже Дворса. Соло в этот момент пошел Свиндлзом. Свиндлзом понимает, да. В принципе, в момент успеха просто делаешь тэп-аут от Ластидера. Это лучший вариант, пока Ластидер еще очень слабый. Посмотри на твор Слардара, это довольно забавно. Он на уровне Дазла, учитывая, что Слардар все-таки это оффлейнер. Смерть сказывается. Загнобили его, да и смерть, как понимаю, крипстат там какой-то прям очень печальный. Причем поначалу ставил он неплохо. Мы видели, что он довольно агрессировал на Фантом Лансер, расставлял его тратить всякие хилочки. Но это максимум, что он смог сделать на этой линии. Так, Зефрик приходит на Матобомена, атаковать опасно. Выйдешь с инвиз, он развернется, тебя еще и съест. Не хочется. Так, а там курьер нам показывает, что курьер интересный. Армлет еще один едет, уже для Фата в этот раз. То есть, опять же, герои очень плотные. Слардар, Алхимик, Найфсталкер, Ластиллер, Феникс, свои суперновые. Это сейчас их убивать проще, потом будет сложнее и сложнее. Вот уже Армлет, все. Наступает ночь. Лим подлетает вместе с Фениксом. Матубамен, минус Легион Командер. Все очень просто, и здесь, конечно, пойдет башня. Максимум, что могут сделать в комплекте, это надо уже лететь с Виндлза на топ и размениваться. С Виндлз... Если телепортейшн лет, вот чем вопрос, но, видимо, нет, раз он на топ не летит. Мэтт Контрол встревает, дает краш, пытается уйти, но Фурион ультует, вот он телепортейшн, тот не минус. Надо пушить, Финлесс это и делает. Да, Слардар у нас выступает такой в роли разменной монеты у ликвидов. Отдается, но при этом при всем команда его получает спейс и фармит крипов. Конечно, здесь тавр забить не получится и возьмут свой второй тавр к ряду комплексе. Однако при этом и ликвиды свои тоже получили. Но в целом ситуация особо сильно по нутворкам, особенно индивидуально, не меняется. Но Алхимик продолжает фармить крипов и сам. Спейс спейсом, но лучше прекратить погибать, а то, так знаешь, можно любую смерть. Я когда-нибудь в пабе отыграю и скажу, а я спейсом создаю, ребят. Так, так, все отмазываются. 0-10 заканчиваешь игру, создавал спейс. Надо, конечно, перестать просто пить. Возможно, купить Аренталум, если его нет, и пойти в леса фармить. Леса свободные, иди фарми не хочу, и дофарми там себе какой-то армлет, блинк, там что-то из этого. Стоят, неприятный Зефрик бегает, вот как одному стоять лесу? Тяжеловато. Даже алхимик туда не идет, и заметьте, свои леса он не отправляет, что знаешь, там будет больно. Слардару и тем более, там его очень быстро Да, у него ультимейт до сих пор, это уже 11 минут игры, ставится спруты, подходит сюда еще и Чейзи, но правда по тавру очень сильно давит, есть еще здесь Зефрик. Зефрик не успевает кинуть тос, тос второй, и демеджа от него не хватит. Но комплексити весь пушат. И надо туда идти на деф, но ликвиды не собирается. И, видимо, башню упадет. Да, я смотрю, у Ластидера очень мало хп. Он, видимо, сюда не придет. Он на центре. И башня понемножку чуть-чуть падает. Через центр, походу, отправились ликвиды. Сбоку решили дойти. Мало хп у Ластидера. Посмотри, сколько мало. Если он сейчас ворвется на этот пол хп, но вот он инфест дал, отхилился. Башня стоит на половину. Скан хорошей комплекции, они увидели, что там есть два героя. Ну, точнее, не два героя, они знали, что просто есть противник, и решили отступить. Тут же перемещение вниз, и нужно еще отпушить центральную линию. Ну, поддавливают комплекции, но на самом деле они заставляют немного волноваться ликвидов. То есть, они там находились, это фармили, это заставляет их прийти на топ-линию, например, лепить. Тоже довольно важно, однако вот достаточно этой комплекции для того, чтобы выиграть. Подфармлить тебе Матубомен с саблем. В принципе, там билд стандартный, уже мы привыкли видеть армлет и саблю на данном персонаже. Ну и 3-2 счет, 12 минут, а пока не супер активная дота, я бы сказал, даже она относительно пассивная. Очень медленные скорости нам показывают ребята. Вообще передвижений, конечно, много, как ни крути от комплексити. Вот и Фурион постоянно прилетает Баунти Хантер, вообще не останавливался ни на секунду, бегает, продолжает разведывать территорию, дает вижен. Вот просто реализация этих всех перемещений у комплексити как таковой нет. То есть, ну, фрагов сделали всего три, и все трое на Сардаре. Это, конечно, мало. Ну и главная проблема — это Легион Командер. Сколько ты видишь демеджа? 88 плюс 24. Да, и сколько ты видишь использованных дуэлей в принципе? То есть, ладно, там проигрышная дуэль, либо выигрыш, либо она не сыграна. То есть, дуэли не было в принципе. От Легион Командер хочется видеть инициации. Хочется видеть, чтобы дуэли были использованы и набивался дэмэдж. Безусловно, нужно для этого, конечно же, блинк-даггер. То есть нужно подойти к противнику, поймать его. А даже спруты какие-то поставить, просто подойти. То есть, ладно, с Ладдари можно там было столько дэмэджа уже набить, но пока Легион Командер, она даже с командой не бегала. В соло Легион Командер не убивает. Там вообще никого. Ни Феникса, ни Сталкера, ни Алхимика, никого, в общем, что перечислять. С плюс один легко, но пока что Лимп играет пассивно, но я думаю, да, ждет либо блинк, либо Shadowblade, что-то из этого после этого. Блинк покупать рискованно, потому что там и спириты, там и спрей, врываться не всегда получится. Ну, посмотрим, что выберет Зефрик в инвизе. Фат очень побитый, но у него есть армлет, есть ультимейт, поэтому навряд ли. Да, ультимейт Фата подрубает, и Зефрик понимает, что нет. Это не мой путь, надо уходить. Да, не получится так просто алхимика взять, во всяком случае, уже сейчас. Пораньше еще можно было бы набить, сейчас уже вряд ли. Уже сахар трейлик есть у Фаты, будет выходить из Мрадианс, и уже дальнейшая этим мы пока узнаем. Чейси получает бой, получает саммерс. Долго будет бить, трейки является Бакс Хантра. Да, и вынужден. Надо бы Куру наказать. Слушай, на развороте. Да, и когда медленно немного сейчас Курой. Там, правда, есть тиммейт, это Феникс. Пытается ли помочь. Внизу убивает все-таки Свиндлза. Пошло копье по Куро. Подход сюда Джерек. Санрей неплохой.
подожгли за Брика, есть стрела, подход сюда лишь надо, вот первый дуэль и кастовать на Кура, Кура на жалстрике, все еще живой, вот она дуэль пошла, вот она и дуэль, Липа пробивает, ставится Супернова, Лип очень больно, Лип вынужден уходить, есть же прозатак после этого пинванды, но смысла идти дальше попросту нет, по итогу вот она, первая дуэль, и очень плохо сыграна. Ну, причем так довольно интересно получилось в комплекте. Они давили, в один момент типа развернули, заставили Найтталкера тоже развернуться, потратить какую-то способность, типа убиваем Баунсхантера. Но с другой стороны уже подходил Легион, конечно, перерезал дорогу. И хорошо все получилось в комплекте. Хороший выход, вот она первая дуэль, вот они первые 10 дэмэджа. И артефакт, который только что приобрел. Жизнь налаживается, но налаживается ли они с такой темпом, с каким нужно показывать этого красавчика. 0-1-2, ну и вот он. Все, с блинком окей. Можно набивать дэмэдж. Пока не все критично. 15 минут, тут, конечно, еще не все потеряно. Юзает в комплекте смоук. И сейчас надо ходить вдвоем, втроем и дуэли постоянно набивать. На самых тонких героях. На Фениксе. Даже вот на сталкере, который уже сильно побитый. Но там Рошан падает. Фастфрейм, подоплепа, минус армора. Очень много. И успеет ли комплексити? Ну, навряд ли. И даже страшно, наверное, не успеет. Но алхимик бегает, и помню, дабл дэмэдж. Легионка зашла, дуэль, мальконтрол, внезапно же опыт баунс, мальконтрол страдает, он теряет свою жизнь, отдает, конечно, дополнительный урон для Липа. Драка продолжается, пытается фану подразмять, Фата, недолго думает, это баут, Юзайн убивает его с помощью спрута. Фата минус, Фату ведь убили, как его зажали этими пеньками, неплохо получилось, действительно, минус 2, и можно продолжать атаку, комплексити. Айкис оказался у Василира, соответственно, Элхимик и Слардар погиб, и отлично файт вышел, и выиграли дуэль, и убили двух коров. И медальон появляется у Дазла. Слушай, колы так реально они могут давить, у них очень сильные персонажи именно на давление. Ну, наверное, все, кроме Phantom Lancer, и то Матумба. Матумба Мэн уже есть рейдж, что там Аегис, поэтому за фрик один не справится. Можно пытаться, конечно, подловить как-то на перемещение армет, но это довольно тяжко, и можно встрять. Поэтому не решает за фрик выйти. Раскидывает вижен, раскидывает треки и пытается, конечно же, уйти. Ездит уже Блейдс уже у Phantom Lancer. Комплекс действительно продолжают забить противника. Матумба. Матумба. Уходит отсюда, опять же, играет с огнем, но Bounty Hunter не решился стоять и выжидать, пока этот... Ну, там еще такая пойдет проблема, что если Bounty Hunter кинет Shuriken Toss, он довольно медленно летит, и все-таки сперва Лафиллер успеет реагировать. Это да, да, тут он успеет. И, скорее всего, выживет. А нравится мне, как одевается Swindles именно для той стратегии, что есть в комплексе, то есть он покупает себе Аквилу, Drum of Endurance, все для того, чтобы пушить, было побольше аур, помочь Phantom Lancer в том числе тоже, довольно грамотно. Так, Изи Фрик здесь остался один, пока бить крипов. Ликвиды решили собраться в пятером возле центрального коридора и что-то придумать. Вообще, что им придумывать? Им на самом деле особо придумать ничего и не надо. У них есть лайфстиллер, который фармит, есть алхимик, которому нужно выйти все свои 6-7 артефактов. Так что пусть апгрейживается, что называется. А я инфест бомба готов, такой своеобразный. Байт на Сармара. Отличный краш. Ставится Супернова. Лимпа моментально убивают. Не ожидал Лимп такой инициации от противника. Мы смотрим погоню дальше. Клипай на Ханскина. Ханскина уже далековато идут. Ликвид. Даже если учесть, что Легион Командор в таверне, надо отойти. Итак, сделали хороший фраг. Убили мидера команды Complexity Gaming. Качественный байт получился. Подождали. Было бы намного круче, конечно, если бы дуэль уже была скастована и потом налетели и убили, но была высокая вероятность того, что Сардар просто погибнет. Так, ну что, 6-4. В любом случае, комплексы не останавливаются ни на секунду, продолжают давить, продолжают пытаться выискивать противника. Ну а Фата уже с радиантами имеет сверху 1400 монет. Да, то есть все это время, хоть и были файты, но Фата не погибал, Фата фармил, и у Фата уже отличный показатель на Творца. Конечно, будут фармить все быстрее и быстрее за счет своего радианса. У Фуриона появляется Баклер БТ. Барабанчики. Ну, возможно, мы увидим и Мьёка, а может быть и нет. Возможно, что-то другое. Ну, это еще один лайтом на команду, конечно. Что бы это ни было, с Баклер это все равно дополнительная аура, все равно дополнительный баф. Если будут собираться вместе в комплекте, это будет... Да, на тимфайт, на пуш это все заходит идеально. Безусловно. Смог. От комплексти побежали. В очередной раз Лимп хочет кого-то подловить на свою дуэль. Помогать им будет Чейз и Ханскин в этом раскладе. Есть хорошие ворцы, которые поставили комплекте, они довольно агрессивные. В чужих лесах. И вот он Фата. Но Фата может быть цель не самая приятная. Да. Хотя нормально, что тиммейт, да нет. Тут Фата убивать надо легко и быстро и просто. Фата погибает отсюда Вейва. Фраг за Дазлом. Лим. Фата убер вандами. Подэмплифаем Лимбу. Чем более вешает тяжело игры. Лимп отсюда просто уходит. Отличный прозатак. Матумба. Убьется только с иллюзии. Проконтролили момент, что не было ультимейта, он там закончился буквально 5 секунд назад, и после этого алхимик без дуэли, такой себе персонаж в плане сил, учитывая, что Дазл там и ультимейт накинул, и накинул медальон. Там алхимик армора не имел практически никакого. Там из вейва его просто сдуло, много пизурона действительно залетело. Так, майн-контрол пытался подцепить Свиноза. Ну что еще и важно, армет был включен, и когда ты стоишь, и когда там
падает по 45 вот хп регена в секунду, это, ну, это слишком жестко. И не по Абузе, да, в дуэли, к сожалению. Проблема. Хорош, очередной хороший выход от комплекса. Зарабатывают они дэмэдж на Легион Командере, убивают на этот раз Фату. Замечательно, можно продолжать играть доту. Все пока очень даже хорошо в комплексе. Давит серпа. Заберут. Ну, на тир 3, конечно, идти не стоит даже пытаться. Тут очень много телепортов. Даже в тир 2 не хотят думать. Уже 3 телепорта. Кура получает моментально дуэль. Отличная дуэль от Липа. Убили Куро. Ванда закидывает спрей. Очень долгий телепорт от майд-контрола. Он успевает отсюда уйти. И очень не ожидали. Ну, надеянно сыграл, конечно, Куроки. Такое ТП. Кого он хотел он удивить? Просто летел первый. Летели это они втроем. Но вот Куро полетел первый. И, по сути, получил этот удар на себя. Фест-бомба, майд-контрол плюс Матумба. Рисует план. Просто пойдемте вниз. Просто пойдемте вниз, просто пойдемте пушить. В комплекте остаются пока на верхней линии. Если бы точнее, то в чужих лесах. Ну, вот, возможно, это правильное решение от Team Liquid. Почему? Потому что вас убивают, видим, в замес 5 на 5 дуэли реализовываются. А если вы будете вот таким вот образом ловить одиночно стоящих персонажей, будет хорошо. И при этом можно сплитить, то есть носить товара. Выбор замечательный. Ну и вот таким вот образом Атома Мэн уже делает трик с 4 рангов. Хорошо. Так, Баклер так и остается Баклером Офурион. Покупайте молнии. Да, да, именно молнии. Баклер просто взял, потому что этот артефакт, в принципе, очень полезный. Очень Дума мне напоминает с такой сборкой. Ну, это Пупей, Пупей, Баклер, Дум, да. То есть стандартный момент, но уже многие заметили, насколько это полезно именно просто иметь Баклер, даже не меху. Ты нажимаешь, даешь очень много. Приятно. Сравнение Зефрика и Куроки у нас все время. Ну, когда увидите на своих экранах. Цифри, конечно, на самом деле вроде вот 1.1.5, но на самом деле очень много полезного сделал за первые эти 20 минут игры. Бегал, постоянно информацию дает. Сейчас он, например, спалит смок у Ликвида, это будет тоже очень хорошим умом. Ну, как бы там до стыни пошли, просто обычно если смок палится. Даже если он погибнет, не страшно. Главное, не погибнет твоя легионка или Фурион, к примеру. Или потом Ластер, что еще хуже. Но спалить смок не удалось. Походу погибнет. Краски. Потом Ластер либо да, солдат. Но нашли краш. Санрей минус моментально. Отсюда Ланстер не факт, что уйдет, кстати, Доппелгангер есть, снова кастуется, Сайлос не пытается себя, Доппелгангер пошел, Доппелгангер очень неудачный, Чези минус. Оставится в ответ, правда, Фану пытается разобрать, дуэль пережил Алхимик, но после дуэли все равно погиб, однако дэмэджа Лим дополнительного не получил. Фрик. Очень круто спрятался, его здесь не видно. Но зато нашли Свиндлес. Свиндлес пытается вымарсовывать, повесили имплифай. Отсюда, конечно, уже никуда не уйти. Телепорт есть, но кастовать его бесполезно. Воюет просто 1-1. Ставит спруты, пытается уйти. Сандрей пошел. Свиндлесу слишком больно. Очень много времени он выиграл, конечно, здесь. Но по итогу погиб. Это минус 3 размен на одного алхимика. Плохо. Скрепещенные Ликвид наконец-таки подловили комплексы, пока они стали не в пятером стоять, а вот именно поодиночке. Дазл сперва умер, потом Лансера подловили, еще и Фуриона. Не в пятерке комплексы довольно слабые. Мы опять напоминаем на то, что у них герои тонкие. Их ловить можно, их можно убивать. Ликвиды этим воспользовались. Неплохо сыграно. В всяком случае, реабилитировались после не самого, может быть, удачного старта, не первых 20 минут. Сделали пару киллов. Конечно, неприятно погиб Алхимик, но другие кор-герои получили свои деньги. Ну, по крайней мере, наши аналитики начали говорить, что сколько сделают фрагов команды комплексе, давайте делать ставки, но по итогу 9-8, и явно наши аналитики ожидали, что будут там 2 фрага, но 9-8 это уже неплохой результат. И то, что КПЛ держится. 7? Ну ладно. Ну, в целом, да, в общем, боеспособная это такая у нас ситуация получается. Причем, что самое главное, 22-я минута встречи, а отрыв вроде есть у алхимика от того же потом Ластера, но он не супер критичный. Обычно к такому времени на фрифарме алхимик отрыв входит не двукратный. Здесь только 14 тысяч против 9400. Уро опасно очень гуляет. Врыв на Харскина, 2 удара, Харскина нет, да, тут МПС-бомба неожиданно совершенно. Не ожидал Дазл увидеть практически на своей базе, но закупил Solar Crest. Это самое приятное. Solar Crest есть, арканы есть, рейндроп есть. У Матуба на подходе уже вся секираса. Да, Solar Crest очень поможет, конечно, выигрывать дуэль, это в первую очередь. Дазл такой хороший билд взял. Да, но вот что делать с этим бесконечно перемещающимся Слардаром и внутри находящимся Ластиллером в виде инфеста? Страшно очень, если вы бегаете по одному, вас ловят и убивают. Причем тоже агрессивные борцы поставили Ликвид, которые помогают им эти самые фраги делать. А впоследствии мы понимаем, что Найтсталкер купит себе еще Аганим и Гем. Бедняжка Баунти Хантер будет страдать, и тонкие герои будут страдать. И лицифицировать можно будет просто с невероятной дистанции. Это будет вижен, что самое важное. А Том уже не боится фармить чужих эншентов. Легион командора Блокенбар, блин, под тем. 48 урона выиграно за счет дуэлей. Я думаю, что Блочет попытается выйти. Используется смоук и попытка зайти на
в сторону противника. Там у них тоже стоит вард. Сканзы из залетает, спалится ли кола, вот в чем вопрос, да, палец Хансвин, как минимум один. Но главное, что Ликвиду понимает, что кто-то туда идет, а кто уже не имеет значения. Что атака от комплекса есть. Манта стоял у алхимика появляется. Опять же, артефакт очень приятно сбрасывать себе треки. Да и в принципе, манта не для того, чтобы сбрасывать себе какие-то негативные эффекты, а для увеличения фарма. Ну и статовые становятся. Алхимия статы, конечно. Будет. Рейдинг из-за Изалиска, но там иллюзии. Так что Кола это понимает, а Смоук не развеян. Ну и все. В итоге атака завершилась. Тех других провали Смоук. Я вот Ликвиду могут найти. Да, майн-контрол, вот как раз таки со спины, Фата идет вперед, сейчас дарт вижен, и майн-контрол должен будет нырять, нет, пока нет шильд, или все-таки решились, продолжает свое движение, майн-контрол в сторону противника, вот он Дефрик, бегает, старт, встречает по Хансу, капитальный минус, просто сорвали, по КБ, майн-контрол, тут же дуэль, ставит супер-бомба, поход Леона, не помогает пока особо комплект, Кугеров они уже потеряли, супер-бомб, срывает Лимпа, сбивает ему телепорт, и Лимп. Пытается отсюда бежать, есть Блинк, но Блинк сбивает активно Джерекса, Браза так нажимается, но Блинк все равно не прокастовать. 50 спириты на Лимпе, Лимп попытка куда-то спрятаться, очень круто вымарсовывает Лимп. Блинк все еще сбивает спириты, 50 бесконечно, Колба отматывает, залетит, еда наступает здесь, Колба залетает, Лимп из воды, пару ударов, минус на Лимпе. Это минус 4, восполнение команды Liquid, отличная работа. Размен. И после этого размена просто Агони появляется у Куро. Ну вот, по-моему, это один из главных файтов, после которого у Кола все начнется намного труднее. Забыл попросту Лимп, что сбивается телепорт при касте Супернову. Он, возможно, просто думал, что успеет. Успеет просто читать свой свиток и уйти на базу. Ну, важнее, конечно, что Ликвиды провели хорошую смок-вылазку. Отличная реализация, быстрый минус одного героя. Инфес-бомба работает на отгонке героев, это мы уже видели. Ну, а впоследствии грамотно заюзные способности позволили выиграть Донецк. Ну и Матумба Мэн там получает просто трипл-килл, нереальное количество денег. База Донецк пережил, соответственно, тоже без бабла не остался. И Ликвиды сейчас поднимают очень много. Плюс ко всему очень заходит хорошо. Тут же Априпай. Ну, сейчас его повесит, поможет Лика. Лазбитов. Да, вот, смотрите на эти графики, просто увидите, какой же сильный отрыв уходит Ликвиды в данной ситуации. Самое любопытное, что почему-то колы хейтят именно с Вардара. То есть, ну, по логике, ты с долей должен врываться на самого неприятного героя. А Слардар имеет там нетворс 5300, у Феникса столько же. То есть, ну, по логике надо врываться либо в Лайфстиллера, либо в Алхимика. Это два самых потенциально опасных героя. То есть, они Слардара убили, но файт от этого не стал. Лучше Лимп здесь. Три удара, до свидания. Очень быстро его разорвали. И дальше там погоня продолжается. Здесь подцепили Фантом Лансера. Диффуза на себя топал, пытается уйти. Ну и, скорее всего, здесь все-таки выживет. А, ну, в чем смысл убийства конкретно Слардара? Я так думаю, что все-таки у него практически постоянно прожат спринт. Он под ним бегает, получает больше урона, чтобы убить. Это замечательно, но это всего лишь Слардар. И после этого у вас нет дизейбла, чтобы контролить Лайфстиллера и Алхимика. Он просто бегает, файтит туда-сюда, налево-направо, ничего не боится. То есть тут, ну, это и проблема с Слардаром нет. В принципе, вообще это, кроме одного дуэль. Ну, дуэль это самое важное. А есть большая вероятность того, что ты Алхимика, например, того же или Лайфстиллера не заберешь. Это тут большая вероятность. А лучше попытаться, но не забрать, чем забрать Слардара. Ну, ладно, пока. Ну, чем вы делаете быстрый минус, потом с четырьмя боретесь как-то. Ну, понятно. А так вы можете до того прыгнуть, дуэль вы не выиграете, и беда. На остальных контроля уже нет. Собирает Матубо через бэкдор. Чей бэкдора там нет, как раз поэтому просто забирайте ради башню. И отходит. Кираса уже есть. Появляется манта у Лансера. Приятный момент. Теперь можно наконец-таки будут сбрасывать себе сайленс от Найтсталкера и Амплифай с Вардара. И появляется тема команда Ликвид уже. И появляется Аганим, не забываем. Да, теперь все, Сталкер видит все, команда Ликвид видит все, а колы бегают и не видят что-либо надо на карте вообще. Надо еще кем приобрести, если купила себе Найтсталкер. Да, да, купили кем, конечно. А, вот, отлично, гем уже имеется. Действительно, Фижн теперь полный порядок. Он сейчас пробегает мимо Фариона, но прекрасно видит. Спрятался на хайграунд, там, конечно же, никто его не спалит. Нужно проставить агрессивные варды, все варды противника снять. Их осталось всего два, как я вижу, даже три на мини-карте. Так, и атака на Легионку. Так, налетает. Лиф. Фада пошел до конца. Бить Лиф. Попробуйте работают. Неважно, Poison Touch. Тут же Манта Стайл. И Слардар уже. Где-то вместе залетает на Легионку. И очень быстро ее съедает. И знаем, там где-то под килем Алханска. Конечно, что Лосу Грейм он дотягивался первого уровня прокачки. Не мог спасти никак Легионку. Ну и сам отрушил свое местоположение. Погиб. Минус два. Просто отрывает руки-ноги команда Ликвид. Что, Лимпу? Ханскину. Шансов, ну, становится все меньше. Да, топоры на времени комплекты показывали неплохую доту, сами воевали, но вот одна буквально драка и все перевернулось. Сейчас уже слишком так много. И должно было быть. То есть колы могли поначалу прессинговать, у них хороший герой, у них Bounty Hunter Furion, это уже два героя, которые файт включаются там с первой минуты. Пулики даже алхимик должен немножко пофармить. У Ластилера также должны были появиться артефакты. Все, эти артефакты есть, ну и Фата теперь больно, но он с Октарином, он с Мантом, с Тормлетом, вот против троих может воевать один. Колба, заварил.
Чези, колба пошла по иллюзиям, фантазии против всех просто воюет, Баффи наплевать, уже на подходе есть тиммейты, пишет сюда Куро. Ну и вот. Вот показательный момент. А как убивать? Да никак. Осилили, да. Чези успел улететь, колба пошла в никуда. Свиндл снял. Вот все, цепляет Стардар через танк. Да, еще один минус. Ну, уже на разных частях карты подставляются в комплексе по одному, по двое. Ну да, действительно, очень показательный момент. Они попытались убить алхимика, у них это не получилось. Потому что, обратите внимание на нетвор. 24 тысячи алхимик уже. И 11 тысяч, например, имеет Фантом Лансер, 11 тысяч Фурион. То есть есть уже двукратное преимущество. Ну и даже суммарно закуп лучше, чем Фантом Лансер и Нейтин Профит вместе взятых. Ну и заход на хайграунд, судя по всему, у нас последует. 29-я минута встречи. Ну и сейчас ликвиды попытаются подтвердить свое преимущество путем сноса одного, а может быть, нескольких сторон. А может быть, даже победа в игре, кто знает. Ну, в случае, на ликвиды скажет 30 минуты, по крайней мере. Да, все идет именно к тому. И близки как никогда ликвиды к тому, чтобы занять как минимум топ-8. Итак, заходит по нижней линии, тир-3 уже сняли, бараки тоже падают, юзает глиф. Надо плечи. Хватит 5 на 5, у колов очень мало шансов, потому что они могут лететь, когда там вы влетаете быстренько на алхимика, который без тиммейта побивает через долю. А 5 на 5 я не знаю, как летать. Так, инфест, там инфест. Слазар, конечно же, залезли. Сейчас будут пытаться кого-то просто-напросто взорвать. Алхимик. Ультимейт откатился, разворачивается, в очередной есть спрей. Заходит, пытается скидываться комплексными способностями издалека, развешиваются треки. Это пока максимум, что они могут сделать. Ну и ждем. Файта, биф. Чем на одного. Батур Сарфлик, тут же Мартал Сарфлик. Сазар ныряет, инфест, медали минус Дару. Если кто-то поступит, но он выбит, Сидл падает так же. Это должен быть минус 4 уже без байбека. Проблемы Легионки, даун, дуэль, но погиб минус 5. Good game, well played, Team Liquid. Минимум топ-8, а комплекты занимают у нас 9 по 12 место в рамках данного мейджора. Ну, опять же, очевидная игра, что у Колов произойдет. Конечно, жаль, что мы не видели Тибер Соу. Она что-то взлагала немного. Потому что Тибер Соу вместо Легион Командер против 5 героев атрибуты силы мог бы зайти неплохо. Но сыграли. В комплексе именно так. Победа за Liquid. Не то, что прям супер просто. Первая карта была достойна, но вторая карта, к сожалению, была в одни ворота. И Liquid показали, кто здесь батя, а кто здесь команда Complexity Gaming. 2-0. Мы поздравляем ребят. Да, действительно, хорошо было сыграно. Ребята отправляются дальше уже по сетке. На кого они падают, пока мы не знаем. Но будущий матч пока покажет это, да. Но, как я понимаю, либо на Нави, либо на Альянс. Верно ведь? Да, на Повителе это, видимо, план. Нет, там что Венрока тоже включается. Ну, в общем, не важно. Не суть. Главное, что следующая карта игра будет Нави Альянс. Но пока до Нави Альянс, Иван, вы можете поговорить об этой игре.